Запись пошла, для тех, кто записи смотрит. Сегодня у нас начнем с дуо, с Игорем. Посмотрим, как дальше пойдет. Может быть, кто-то еще присоединится. Но с вами Михаил, он же Майкер. Это 30, черт ее подери, четвертая часть трансляции PlayerUnknown Battleground. Возможно, кстати, Игорь еще не успел приехать. Мы же не договорились с ним на четкое время, поэтому я пошел в соло катну. А в общем, мы начинаем, когда он домой приезжает с работы 18:30, это... Нагибы зови. Да не-не-не, рано мне. Миша обновил себе комп, теперь тоже бегаю среди хлебушков, хами. Поздравляю тебя. О! Сразу узнаю азиатов. Негр с красными крашенными глазами. И это прям наш сервак. Еще раз повторю, играем на азиатском сервере, потому что здесь регает прекрасно. И здесь бегают товарищи по скиллу хуже, на мой взгляд, чем на Европе. И вообще прекрасно. У меня одного лагает, говорит Мэтт Кэтт, с ума сошел. Конечно, конечно, у всех лагает. Нет, вообще, все хорошо у нас. Понижение нагибы, точняк. Я ж на работе, говорит Игорь. Вот он, ну бас. Ну ладно, я тогда разыграюсь как раз. Вот. Вчера поиграли с Подексом. Подекс только знакомится с игрой. В дуо неплохо весьма. Даже разок победили. Мне тут давно не дает покоя один вопрос. Что будет, если пол-то три рюкзака, нет, не Т1, лут выпадет? А он не даст тебе поменять, скорее всего, просто и все. Пока ты не вытащишь из него вещи, ты его скинуть не сможешь. Хотя странно, да. Обычно же можно выкинуть рюкзак. Ладно, летим. Летим с севера, вот где-то. Сэф, черт возьми, буду кашлять, простите. Пройдет через какое-то время. Это перец. А, даже вот так вот, да? Азиаты любят прыгать в кратер. Очень любят прыгать на базу Military Base. Не очень любят прыгать на бункер. Я заметил, что несмотря на близость сравнительно, туда желающих маловато. Вот. И, наверное, я попробую воспользоваться этим упущением. Привет, Марка. Привет еще раз. Поехали. Но ты подписываешься по тем, что будешь комментить GCS за хэппи же. Не, не подписываюсь, ты что? Я ни под чем не подписываюсь до тех пор, пока на 100% не уверен. Тем более, потом мне за эту подпись, естественно, вспомнят. Это же публичное заявление, меня, от меня ждут. Так, я падаю. Падаю не первым. Есть как минимум один человек у меня тут. Хотя, может, и первым. Посмотрим сейчас, как он. Так, тут несколько человек. Один слева, один прямо, точно. То есть будет стрельба в бункере, увы. Хотел я по сейфове сыграть. Получается, вот это рюкзак сразу. Слышу. Топают очень близко. Пушка нужна. Пушки нет, он сзади уже. Вы налево, ну как так, а? Срочно пушку, смотри, еще пушка. Еще один. Твои налево. Еще двое. Что вы делаете, ироды? Тьф. Капец, надеюсь, это не выход у меня, а переход в следующую. Нет, это выход. Вот и полутал. Бункер непопулярный. Четыре человека дроп. Я еще выбежал не с того места. Ну, то есть, все, я полутал чокбор и Т3 рюкзак. Так, рядом машинки нет. Бегу в ближайшие дома. Они открыты. Твою налево. Вообще приехали. И закрылась дверь. И он меня палит. Открылась дверь. Вообще нормальное начало. Капец. Ну что, в первом ангаре не было ни одной пушки. То есть я не увидел ни одной пушки. Так бы, по крайней мере, мы с одним товарищем смогли бы справиться. Забегаю во второе помещение. Там, здравствуйте, еще двое. Правда, тоже без оружия. Рюкзаком отбиваюсь, если что. Ну, ребят, ну это же вообще не дело. Хорошо, что я того заметил. Он явно мне засаду там строит с этими открываниями и закрываниями дверей. Лесом пошел. И тут чувак с пистолетом бегает уже.
уже не с пистолетом, видел он меня. Вот такие хлебушки вообще азиаты, я с них, конечно... Стрельба прям по курсу. Ладно, есть, по крайней мере, пистолет. Давай, 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 заряжай. Дайте мне еще что-нибудь. Это все залутано. Может, наверху он что оставил? Я даже на арбалет на какой-то соглашу. Опа, арбалет. Грязь какая. Просто грязь. Что у нас тут? Ладно, побежали. На фазенду, наверное, даже. Нормально полутал. Вообще. Да, это на бункере стрельба. Как бы я в круге с одной стороны. Но начало абсолютно убогое. Конечно, надо было получать пушку в бункере и пытаться уже там перестрелять. О, X8 просто валяется. Просто X8 в доме. Ничего нет. Баночка Red Bull и X8. На арбалет, кстати, он ставится. Ага, сейчас. Видимо, не самое точное оружие. Ну ладно, я тогда с пистолетиком и с арбалетиком побегу на фазенду. А что делать-то? Что еще делать? Опа. Машина? Чей-то труп? What? Ладно, труп лемминга, хорошо. Может, мне сразу тогда не на фазенду, потому что до фазенды долетали. Ладно, мимо фазенды проезжай, смотри, если что. Кот там на балконе что-то чудит. Если что, может, даже в ясную. То есть самолет летел вот так вот, да? На фазенде может быть. Никого не будет, может быть. Но это не точно. Одна дверь закрыта. Закрыто, закрыто, закрыто. Ладно, рискуем. Нет, справа, товарищ. В домах одноэтажки. В том был доме. Ладно, хрен с тобой, лутать надо. Он, видимо, тоже недавно пришел. Нет, наверху кто-то есть. Твою налево, тут двое минимум. Ой, друзья мои хорошие. Как же, что же... И они слышали, что я приехал, и насторожились, и убежали. Один на втором этаже прямо надо мной был. У меня хотя бы дробовик, а? Ладно, посмотрим тогда на людей, которые на фазенде. Как... И здесь лутан, да? Правда, надо будет взять. Ладно, смотрим. У меня есть пистолет и арбалет. Я непобедим, блин. На фазенде двое. О, взял машину. Уже один на фазенде, да? Забей. Иди дальше, лутай. Надо было семерок взять. О, какая грязь. И тем не менее, живо 58 человек уже. И тут машины. И тут залутано. Но двери не все открыты. То есть, может быть, и в процессе. Ну, левый дом. Видите, двери закрыты пока еще. То есть, он, скорее всего, в центральном доме пока лутает. Ну. Ну, как бы все двери открыты, а вот в левом домике нет. Ладно, давай поехали влево.
центральном тоже дверь закрыта. Причем это единственный вход. Не понять этих китайцев, вы знаете, вообще не понять. Бери тачку, уезжай. Небезопасно, в принципе, подбегать в чисто поле и туда. Вот, поэтому я лучше как-то бесшумно. Но УАЗик-то мой утащили, гады. У меня ничего нет вообще. Из оружия пистолет-арбалет, X8, один энергетик из медицины и непонятные моды к дробашу и этому, к... Ну, вы поняли. Блин. Да, я бегу к гарантированной типа тачки. Но на самом деле мне даже больше нужно полутать, чем... Да, жилета нет, естественно. Так, тут вроде... Не лута. Ну что, мяу, сама же пришла сюда. Да, мяу, я понимаю. Да, мяу. Мяу. Зато у меня есть глушак на пистолет. Ну все, ребята. Будет моим основным оружием, судя по всему. Бинты есть, медицина. Кто говорил, что медицины нет? Медицина есть. Даже моды есть на винтовку. Даже на М-ку есть моды. Только вот М-ки нет. Не, ну это не дело. Такое начало пососное. Сейчас чекнем машинку. Машинки нет. О, это мотоцикл. Мотоцикл есть, а я его принял за человека сидящего. Такая вот у меня воображение богатое, понимаете? Ладно, хорошо. Наконец-то у нас появляется прицел X4. Появляется дробаш, как-никак. С третьим рюкзаком не хватает места, представляете? Насколько? UMP-шку, естественно, берем вместо арбалета. Ставим на нее четверку, угловое, extended, и все. И берем девятки. Ну, с UMP, на самом деле, с модами воевать-то можно уже. Пламегас еще, на-ка, все. Не хватает жилета. Так, ладно, хорошо. Я возьму мотоцикл, немножко проедусь на север. Главное, аккуратненько это сделать. Азиаты могут быть где угодно. Мы с вами уже видели, что они там как-то резко берут машины, куда-то двигаются. Непредсказуемые. Там можно было взять патроны и нужно было взять девятки. Под UMP-шку. Тут легкие подлаги, но ничего. И еще девятки. Болты выкидываем. Новый круг. Новый круг не френдли. Совсем. Патронташи берем. Дробаш у нас получается уже такой заряженный полностью. О, топовая М-ка что ли? Или не топовая? Менять или не менять? Тут цевьё есть, по крайней мере. М-ка не топовая, не буду менять из-за модов. Ладно, хорошо, давай. Что там по пожарке? Пожарка хорошее место сейчас для того, чтобы встречать чуваков, которые будут из фазенды выходить. Хотя там только один чувак из фазенды. Но, в принципе, это хорошее место. Пожарка. Главное, чтобы там никого не было. Ну, или убивать того, кто там есть. Придется. Учитывая наличие икса и 4 и 8, хотя для UMP, наверняка у UMP эффективный рейндж значительно меньше, чем для винтовки, я не проверял, не знаю. И проверять я, конечно же, это не буду. Хотя, кстати, если у кого-то есть возможность посмотреть табличку, у кого под рукой, напишите, пожалуйста, какой эффективный рейндж у UMP.
очень поможет. Так, тут вроде закрытым. Я слышал выстрелы вдали. Это в Ясной Поляне. И жилет второй. Очень нужен. И лагаем мы при поворотах. Что там за хрень лежит? Угловое, да? Пятерки не нужны уже. Ладно, давай сюда, на второй этаж, смотреть по сторонам. Помни про то, что у тебя есть глушительный пистолет. Неправильно я захожу, очень опрометчиво. Кар! Так может, X8, кар? Ну, давай, давай. Патроны есть, восьмерка есть. Оп. Ну, я слышал, там мимо проезжал товарищ. Смотреть нужно вон туда. Поля и фазенда. Может быть, стоило, конечно, перейти. Стоп, а Ясная Поляна-то тоже не в круге, да? То есть, по-хорошему, нужно и туда переползти. Но с Ясной Поляны вряд ли в мою сторону кто-то побежит. То есть, по-хорошему, мне нужно в тот дом перебраться. Пошло ограничение игровой области. Да, я с такими пушками вообще не хожу. UMP и кар. Что это? Хотя, повторюсь, UMP-шку-то нахваливают. Что там? UMP? 30 range. Да, у винтовок, кажется, 400, да? В среднем. Если мне память не изменяет. Здрасте. Не, он просто стоял, ничего не делал. АФКшер, короче. Не хватает места. Да вы издеваетесь. Это было мода к этому к дробашу убрать. Дверь надо за собой закрывать, Михаил. Тишина. Какой он там? А, 500-600, нифига себе. То есть МП-шка реально такая, тоже на ближней дистанции. Спасибо, Виск. Ну, смотрим. Вон, вижу, машина вдали уезжает. Там по дороге вдоль кратера. Здесь вообще все чисто. В тех полях можно увидеть людей, бегущих из Ясной Поляны. О! И самолет, и машина вроде прям по курсу. По звуку, судя. Вон, да. Остановился, это правильно. Я и Кар называется. Побежали. Побежали, плохая идея, учитывая то, как... Да ладно, нормально, чё. Вижу, машинка на 255 завернула. О, вот этого я не ожидал. Тут стоит УАЗик. Самый убогий, но УАЗик.
Давай сразу. Нет, переключайся, ну. Прекрасно. Так, как же мне тогда подгадать? Ну, эти дома, конечно. Там кто-то будет сидеть. Штурмовать будет неудобно. Надо выбрать место немножко до. Ну, типа, не знаю, здесь, наверное, как-то. Доехать будет проблемой, потому что, ну, упыри повсюду. Машина у меня не особо защищена. Броня Т2 неплохо весьма. Оружие непривычное. Опа, здравствуйте, тут кто-то есть. Подлагиваем. Осматриваемся. Прекрасное место, я считаю, выбрал я в чистом поле. Машина остановился. Там двери открыты, там машина стоит. При этом я не уверен вообще, есть там кто-то или нет. Хотя, скорее всего, есть какой смысл машину бросать. Если только ты не умер, конечно же. Но учитывая то, что у меня у самого есть транспортные средства, я, пожалуй, подожду. Там мотоцикл стоит. Окей. О! Понял тебя. Ладно, поехали того давить. Он на гору, я не уверен, что... А, он на мотоцикл садится. Он меня видит. Видите одно, а убивать совсем другое. Да, друг? Да. Куда? УАЗик нет! Ладно. Будем битый мотоцикл использовать. Стоп. Меняем. Сел. Поехал. А, нет! Справа стрельба. Ребята, не надо. Слева едут. Воу, 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 воу. Так, Алёша, не надо так делать. Нет! Рановато я вышел, кажется. Это не моя остановка. Ну да, чё я вышел на полном ходу? Так бы сдохнуть мог сразу. Короче, надо закрыть окно. Блин, блин. Короче, ребята, это разыгровочная была. Разыгровочная, не обращайте внимания. Всем привет, чатики. Там чувак сзади был за деревом. Ну да, так-то да. Снял задачу. Там, где УАЗик проезжал, чел еще за деревом был же. Так я ж смотрю на, не только на это самое, я в разные места смотрю. Ой, Лерик, такой ты молодец вообще. Слишком изи был и решил податься. Да, да. Вообще расслабился с азиатами. Согласен. Взял битый мотоцикл. Поехал на чувака, который с этим мотоциклом... Не надо было этого делать, конечно. Так, ставим опять азиатов. Сегодня, я думаю, на разных серваках поиграем. Разыгровочная 34-я часть. Конечно, конечно.
Кстати, денежку надо потратить, там 6,8. 6800. Сиди в самолете до самого конца, там 1-2 чела остается. Нет. Алёшка Майер вчера пришел на трансляцию, посмотрел, как мы там тащили. Сейчас разыграюсь, не переживайте. Вы бы вместо того, чтобы масло в огонь подливать и провоцировать на Фэйву, меня поддерживали бы добрым советом, добрым словом. Вот. Какое количество людей, а? В прошлой игре вообще, вспомните, как начиналось. Дропы из бункер, ни одной пушки в первом ангаре. 3 человека. Ну, один потом. Потом еще двое. Окей. Побежал дальше этот квадратное здание. Скипнул еще одного чувака, который все залутал, кроме арбалета. Окей. Прихожу на фазенду, там двое. Прекрасно. И только каким-то там чудом надыбали мы с вами ВМПшку и кар. Совет, не выходи из машины на полном ходу. Ну, во-первых, это был не полный ход. Во-вторых, мне надо было останавливаться быстрее. Выходить было пора все-таки, потому что был в круге. И надо было лечиться. И этот УАЗик мимо проскочил. Короче, можем долететь, кстати, до самого юга, вплоть до Military Base, и начать уже так с... Что-то холодно, я не могу понять. У меня руки ледяные. Закрыть на балкончик окно, в смысле дверь. Стримфест мне очень понравился. Элэтерн. Надеюсь, многие из вас успели там побывать, пообщаться, пофоткаться, там по конкурсах поучаствовать, в игры поиграть разные. Пересел бы на пассажирское место, не уходя из машины, стрелял бы. А, да, то есть ты едешь, УАЗик едешь, и ты изи расстреливаешь чувака у УАЗике. Отличный план. Я прям чувствую, что ты каждый вечер играешь в папы и такие фокусы вытворяешь. Но мне кажется, это что-то из разряда фантастики. Уткина не было. Уткин был, но он приехал под самый закат стримфестом. У него была какая-то поездка за рубеж. Очередная. И он приехал поздно. Но мы с ним вечерком пообщались. А в эти выходные предстоит поездка на нефорум блогеров на выходные. Это суббота-воскресенье. К сожалению, трансляций. Ну вот, отлично. Раз, два, три, четыре. И я пятый, да? Ну, тут сразу есть люди. Прям сразу в моей части люди. Поэтому берем дробовик по возможности. Заряжаем его по возможности. Ага, каска вторая. Прицел X4. Значит, я не вижу никого. Должны были ко мне зайти. Что-то я никого не вижу. Здесь залутали уже, похоже. Ну, давай он в те дома. В тот домик. Близко. Но похоже, что в домах. Но здесь кто-то должен быть. Слышу. Залутаны, похоже. Пушки на дальний бой нет никакой.
при том, что есть X4. Я надеюсь, что-то вот в этих трех ангарчиках получить. Если нет, придется. Придется. Зато медицины завались. Так, и тут пятки лежат подозрительно. Как бы чего не вышло. Да, похоже, сюда кто-то упал и полутал уже. Нет, СКС есть. Круг не очень. Мотоцикл один вижу. Вы знаете, несмотря на то, что сюда дропнулось, кроме меня еще 4 человека из тех, кого я видел только, было подозрительно мало стрельбы. То есть только одна перестрелка, и это реально меня озадачивает. То есть, как так? Неужели все свободно лутают из оставшихся и никому ничего не нужно? Никто не встречался. Учитывая наличие СКС... Блин, как близко-то, а? Твою мать, как я его не увидел-то, а? Причем реально справа близко. Бегу, смотрю, ни хрена не вижу. Блин, дайте клипчик, пожалуйста. Черт. Дурачок какой, а? Блин. Он реально там был. Он реально там был. За деревьями была тень. Справа же деревьев нет. Стрельба была справа. Деревья были слева. Спасибо, Кейс. Сейчас попробуем его заметить. Он, скорее всего, за будкой был. Или на будке, вот на этой. Никто не встречался. Учитывая наличие СКС. Он сзади вообще, сзади справа. Блин, как близко-то, а? Да-да-да. Так, ну где? Ну. Блин, как близко-то, а? Твою мать, как я его не увидел-то, а? Ну ты дебил просто. Блин. Близко-то, а? Твою мать. Не понял. Справа сразу за оградой. Мне казалось, даже еще поближе. А, вон он, да, все увидел. Спасибо. Спасибо, Рэви. Да. Да, ну тут как бы даже в записи с первого раза незаметно. Прикольно. А некоторые товарищи тень за деревом видят. Ладно, хорошо, еще разок на военку, скорее всего, потому что долетаем. Кнаш, спасибо тебе. Хотел сказать слева на холме по звуку, но вовремя вспомнил, что у меня только один наушник для мухи. Да, да, это важно. Это важный момент. Вообще, я выбегал в таком опасном месте, то есть надо желательно бы сразу до деревьев. Стоило мотоцикл брать. Но в такой ситуации получается, что стоило. Понимаешь, с другой стороны, как бы не стоит, если, чтобы не привлекать внимание по звуку у других товарищей. Как бы, это советы, истории из серии... Не стоило выбегать из этого места, да? Стоило взять машину, стоило бежать в противоположном направлении, не стоило туда идти, в принципе. То есть они как бы вроде и правильные, но и глупые, потому что, ну, да, если ты знаешь результат, но мы же исходим из того, что, да, мы знаем, что есть противники, но прошло какое-то неопределенное время, мы не знаем, где они в данный момент находятся. Ну, приблизительно так знаем. Я вот приблизительно в эту сторону, собственно, и смотрел. Поехали. Тоже место. Окей. Астралист, окей. Пиши.
Так, смотрим. Вижу только одного поблизости. Рядом со мной вообще никого. Причем этот товарищ, он в командный центр падает, а не в двух... А, нет, в двухэтажке есть тоже кто-то, вижу. Вижу, вижу. Теперь уже вижу. Вижу калашка же есть в этом. Лучше с него начать. Даже несмотря на то, что типа никого нет, поблизости лучше начать все-таки с гарантированной пушки, иначе мало ли что. Так, внимательно смотри. Вижу СКС. В принципе, сочетание СКС плюс калаш хорошо тем, что как бы патроны одного типа используются. Но я тут же меняю, короче, СКС на Скорель. Потому что угловое... Угловое есть... Да и постабильнее оружие, на мой взгляд. Ну как не на мой взгляд, это статистика, между прочим. Глушак к чему? Глушитель для снайперки, неплохо. Уже как бы СКС можно поюзать. Второй жилет вижу. Нет, там этих увеличенных магазинов, ё-моё. Быстрый доступ. Пара аптечек. Каска. Ну, за исключением иксов, базовый комплект джентльменский такой набор у меня есть. Но, естественно, хочется иксы, хочется еще побольше, побольше, побольше. Мы видели минимум двух. Один падал в командный центр, другой падал в двухэтажки. UMP, второй жилет. Ничего. Еще аптека. Че я винтовку с глушителем на снайперку-то не поставил? Сковорода. Сайгайз, да? Но на сайгу места нет. То есть у меня UMP-шка. 80 лет этот. Скорелька. СКС. По такому же самому пути я пойду. Ничему меня, казалось бы, жизнь не учит, да? Моя задача на выйти на... Ой, круг получше, чем в прошлый раз. Выйти на высоту с СКС и иксом любым. И с глушаком начинать работать. Глушак есть, СКС есть, икса нет. Икс ищем, икс находим, икс ставим. Так, компенсатор. Нет, лучше, конечно, все-таки. Хотя компенс именно на эту снайперку, может быть, даже и зайдет, учитывая серьезную отдачу у СКС и высокую скорострельность. Так, еще одна СКС-ка. Вижу УАЗик. Но брать его я, конечно же, не буду. Чтобы пока не выдавать свое местоположение. То есть один на Е враг. Второй, ну, потому что ему очень много лутать в этих трех домах двухэтажных. И вот его как раз в первую очередь надо ушатывать, пытаться... У второго значительно меньше лута, но не факт, что он на базу, в принципе, вернется. Потому что, как бы, да. Так что мне убивать надо товарища, который в двухэтажках, в первую очередь. СКС без патронов настораживает. То, что, в принципе, тут мало всего падает. Опять СКС без патронов. Да ладно. Все же кто-то был, получается. Да, был точно. Был точно. Что же мне делать без икса? Как же мне стрелять-то?
Стрелять-то понятно как попадать непонятным. Оп. Вон, зари. Ну, пойдет сейчас в сторону машины. Давайте попробуем все-таки. Ага, без. Блин, нет. Да я не попаду. Мне лучше за ним побежать или даже поехать. Что-то он машину не брал. Я не знаю, чего делают эти. Может, он засаду делает из-за деревьев. Сейчас на машину будет ловить просто таких, как я. Надо сейчас внимательно смотреть в сторону деревьев. А вон он. Да, похоже. За камень. Ладно, попробуем убежать. Он спускается и к машине, что ли, бежит уже сразу же. Да. Нет. Что ты делаешь вообще? Так, ладно. Я надеюсь, что этот китаец увидит, что там еще нет. Что он запомнил, в конце концов, что здесь тачка. И он знает правила игры, что ему надо выходить... Собственно, ко мне. Он сейчас лутает там. Ну как, там нечего лутать. Блин, где он? Вон он побежал. Такой он долгий, капец! Все, у меня есть машина. Как бы могу. У меня есть китаец. Ой, вот второй здесь рядышком. Смотрит в мою сторону. Блин, они такие непосредственные вообще. Прикольно. Но он к машинке должен бежать, поэтому я не тороплюсь. Да ладно. Надеюсь, у тебя голограф хотя бы есть. Падаем. Порадуй меня. Третий рюкзак, хорошо. Который есть. Голограф. Компенс. Голограф. Пятерки, семерки, светошум. Все, все. Но это не последний китаец в этой поблизости. Мы же помним про красавчика, который вон он бежит. Бежит, смотрит на меня. Машина тебе нужна, да? Я вижу тебя, друг. Фух, учитывая то, что у меня нет икса, перестреливаться, конечно, с ним сложновато, но, в принципе, можно попробовать. Опа! Он сзади стреляет, стрельба. Один уезжает, по нему стреляют. Поверни, смотри, там стрельба. Опасно, капец. Блин, вот ты упертый какой, а. Да-да-да, давай-давай. Смотри, какая машинка классная. А там нет машинки. Куда ты побежал, друг? А, вон там еще один бежит. Блин, да вы психи просто. Ладно, ты его убивай, давай. За ним. Не, меня нет. Я как бы ничего. Беги за ним. Там сам еда. Давай. Вот гад, а. Короче, хрен с тобой, золотая рыбка, плыви, блин. Не хочу, чтобы меня Борька прижал. Надо только к мосту, но не мимо этих двоих. Надо как-то к мосту и там... Ну, надо этих хлебушков принимать. Они вообще какие-то, они как будто, знаете, с другой планеты вообще, ребята, такие... Как будто на экскурсии они. Вы знаете, вот встречали как-нибудь китайцев в московском метро? Вот такие вот инопланетяне, которые... Ну, или в питерском метро, неважно. То есть они ходят и ничего не понимают, что вокруг происходит.
Вот. Поэтому надо, надо принимать, друзья. Ой, баги один нашел. Выходи, выходи. Молодец, умен, умен. Первый готов. Хорошо, что полутал. Так, второго ждем. Ой, сейчас взорваться может эта хрень. Такое мы уже проходили. Ну, мы знаем, что второй идет пешком, но мне бы... Знаете, X хотя бы достать. X8, хорошо. Просто надмозги. Не, он может, конечно, быть... Он опаздывал не так от того. Он мог взять... Конечно же... Там X2 лежал, да я помню. Да, наверное, стоит X2 поменять сюда. Ладно, поехали. Главное, не взорвись, подруга. Окей, что по следующему кругу? Капец, какой он неудачный. Ладно, здесь нас могут принимать. Смотрим. Надо еще назад поглядывать за бегущим. А, вон. На катере все-таки уплыл, да? Я понял тебя. Ну, с Богом, поехали. Может, и того тоже принять. Это аркада, конечно, через полкарты к нему ехать, но я же знаю, что он там. Вот сюда вот куда-нибудь приехать просто и все. Давай попробуем. Еще машиночка, 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 машиночка. Пока он там доплывет, пока он там высадится. Пока я доеду, правда, тоже. Пока он машинку найдет. Недалековато ехать, конечно, ну ладно. Я просто пострелять хочу, друзья. У меня, видите, какое желание пострелять. Он явно высаживался за, вот, за. Что здесь-то и не всякий заберется в этом месте. А вот у той дальней будки можно уже сверху посмотреть, как он с пляжа. Убегает. Ну так, чисто в теории. Вот его лодка. Вот он бежит. Красавчик. Один из 10, ребят. Машинка едет. Давай, высунься, сучок. Высунься, давай, 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 давай. Нана! Нана! А, глушитель! Не услышал! Бедолага! Минус нули. Там по машине стреляют. Не, я, пожалуй, доеду. Ой-ой-ой! Может, не доеду? Не, доеду, 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 доеду. Не, он мастер манса просто. Он мансовал, как молодой ягненок. О! Ой, Миша, не застревай, прошу тебя. Смотрим. X4, yes. Я даже на СКС X4 поставлю, с вашего позволения. Энергитос. Я в круге. Компенс, пара аптечек. 8 аптечек, немного ли?
Так, школьник пати. Да нет, ребят, я сегодня с Игорьком. Оригамику, привет, спасибо за предложение большое. Но 18:30, сейчас уже будет этот... Ой, вон вижу. Лёг. Обожаю. Минус. Ля-л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 я. Опа, опа, его лута сейчас будут. Похоже. Не, давай-ка мы не будем на машинках уже ездить. А то там какой-то непонятный товарищ. Не, вообще мне нужно садиться в какой-то дом, бла-бла-бла. Ну я же Аркадий. Аркадий мое второе имя. Я слышу, машина там оттормаживалась. Вон она, справа ушла. Вон она стоит. Ну! Упустил я свое счастье. Попал ему в жбан разок. О, дроп справа. Not bad. Так может... Да не, это дроп старенький. Далеко бежать? Капец! Давай-ка лучше на машину, а, Михаил? Такой глупый мув был сейчас. СКС чем хорошо, патронов завались. Хотя и у М24 вроде они семерками стреляют. И падает она часто. Не лучше по шинам стрелять? Ну, шины меньше человека, выглядывающего из машины. Ну, как бы и... Думаю, что нет, не лучше. Но я могу быть неправ. Поехали. Наверное, даже вот сюда лучше. Б, безопаснее. Ну как безопаснее? Тут все, все не очень безопасно, в принципе. Я остановлюсь. Не прощу себе, если выяснится, что там... кар, понятно. Машинка справа там откуда-то выезжает уже из дома. В общем, надо как-то, да, как-то аккуратнее нужно сейчас подъехать. Бензина хватит точно. А вот не факт, что я доеду. 26 в живых. Играю я, как видите, абсолютно контактно. Провоцирую, аркажу. С китайцами это можно себе позволить. Как бы они могут повыглядывать против СКС из-за дерева. Ты стреляешь, попадаешь еще по ним. Удивительно. Удивительно и приятно, конечно. Из баги тоже прекрасно. Сейчас на мосту человек вышел. Вот так вот. Такой вот он непосредственный. Решил посражаться просто. Такое стрёмное. Зачем я туда еду? Я не знаю. Очень стрёмное место.
Тут уже без машинки будем. Место, конечно, мега стрёмное. Нет, для меня хорошее. Для большинства это просто забей. Огромное открытое поле. Оп. Может, таки восьмерку поставить. Давай, короче, восьмерку сюда, четверку наверх. Угловое там у нас есть. Хрен с два. Сейчас внимательно смотри. Я бы сразу хряпнул. Ладно, не сразу. Не сразу. И потихоньку поехали. Вообще, это я тот, кто будет бежать по полю. Мне нужно вон туда. Ладно. Стрём, стрём, стрём. Но он нужен до деревьев. Ой. Да блин. Я так поздно увидел чувака справа от камня, потом зазумил и не увидел его. Клипчик срочно дайте, пожалуйста, мне. Я в шоке. Офигеть. Просто клипчик, ребят. Не зря машину бросил. Так, дискордик давайте. Сейчас бы еще пошуметь на машине, поэтому проехаться. Надо было внимательнее просто смотреть по сторонам, блин. Спасибо большое, Кубай. Стрём, стрём, стрём. Но он нужен до деревьев. Ой. А, он стоял вообще не за камнем, он между деревьями стоял, да? Ой. Да блин. С глушаком, кстати. Или все-таки в другом месте. Ладно. Radio Listen. Зашел я к Игорьку, сейчас он меня закинет. Лонли-локи. Я не успел еще все посмотреть, на самом деле. Инвайтим. Ты там Warcraft вчера обещал? Нет, это наговор. О, кто это у нас? Вот не Игорь у нас. У нас какой-то GK6001. Понятно. Игорь пока не зашел. Узнал новое. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, я инвайт шлю, а ты не шлешься. А я тебя ждал, ты сидел, понимаешь. Так, все, я тут. Так, сейчас курточку надену, погоди, а то холодно на Азии сегодня будет. Да, да. Сейчас тоже дверь прикрою. Ну что? Подожди секунду, не говори ничего, я не слышу. А я тебя тоже не слышу? Не слышу тебя вообще, вообще не слышу. Майкер самый плохой бобер на свете. Тихо, все, теперь говори. Я тут говорил, что ты самый классный человек на свете. Я так и думал. Так и конечно. Думал. Конечно. Миша. Кстати, новые контейнеры, смотри, надо получать, получать, получать. Я уже все получил, уже полный посос, как обычно. Копылова. 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 Все, Копылова. Не Крылова, Копылова. Так.
Ну что, Миша, пошли так разваливать? Пойдем, пойдем. Ой, смотри, мне дали белую рубашку с галстуком. Вау, вау. Мне черная больше нравится. Сейчас ну что? Убавим Игорька, секундочку, ребята, все нормально. Давай, конечно, все, убавим. Его стало меньше. Приболел, что ли? Да нет, ребят, не приболел ничего. Все в порядке. Просто голос никак не починится после стримфеста. Да, на выставках оно такое. Стараешься перекричать микрофон. Ну, смысле, это, так, да, когда будут деньги. Все понял, Анубис, все понял. Теперь. Какие деньги? О. А, да тот человек пишет, что он поступает в медицинский. Так. Вот, скорее всего, курский. У себя, либо у себя в городе. А, второй он пишет, не услышал. Второй вопрос был, что он будет делать в выпускном. Uh-huh. У человека, понимаешь, у человека последний звонок через 10 дней. Вот, Миша, ты помнишь, что последний звонок? Да. Вот в 45-м, когда был. Да, когда да, вот да, немцев, да. Когда немцев разбили, и потом у тебя сразу последний звонок. Ты же старый у нас. Да, да, да. Вот. Смешнее, если ты не разжевываешь шутки. Вот. И последний звонок я помню очень хорошо. У нас был отличный класс, где было 22 девчонки и 2 пацана. И там такие, конечно... 22 девчонки? Да ты, да, ты в малине просто, малинки, можно сказать, был. Да. Малина. И как вы делили их? Точнее, как они делили вас? Как по-разному. Да не, я же скромный молодой человек, какие, ты чего? Ты какой-то вообще безумно скромный, я, честно говоря, вообще в шоке с этого. Я каждый раз этому очень сильно умиляюсь и удивляюсь. Но Миша реально, ребята, в жизни он супер скромный, вообще нереально. Так, ну что? Ну что, побеждать, как у тебя прошла, как у тебя прошла презентация? Я, к сожалению, посмотрел только в записи. У тебя там на полный экран не работал PowerPoint? Да, да. Причем он на репетишке работал, а так не работал. Что-то с этим снова. Ну там быстро не стал я пытаться разбираться, тем более, что действительно иллюстраций не так много в презентажке было. Да хорошо, я сожалею, что мало кто допер по поводу нового проекта. Ну то есть, как бы, видимо, надо разжевывать. Или более целевой аудитории это презентовать. Вот. Но так хорошо, да. Угу. Хорошо, все хорошо. Мне очень понравилась ваша система Candy Systems. Вот это ваша, так, а ты очень... что ты понял? Что ты понял из презентажки, скажи мне? Ну, короче, если я все правильно понял, давай. Я же разносчик. Значит, если у нас есть простой, как я не знаю, как это называется? Content Delivery Network. Да, CDN. И есть peer-to-peer. Да. Вот, и если есть возможность, чтобы меньше лагало и меньше нагружать сеть, ну, соответственно, то если есть кто-то, какой-то рядом peer еще, который раздает, да, твой сосед. То есть смотрит, да, то ты берешь у него трафик, по сути дела, что, по сути дела, увеличивает, уменьшает затраты на трафик со стороны вот, отдающей стороны, и, соответственно, нужно больше людей, то есть вот эти вот, больше вот эти бразильские матчи, которые там смотрят в турке, они больше не будут вешать Good Game к чертовой матери. Да, а еще длительность просмотра увеличилась. Да, да, да. А еще это ВКонтакте и в Одноклассниках юзается. Да, да, это я тоже понял. А полетели вот сюда, прямо сейчас налево прыгаем. Полетели, полетели. Да, но, есть. Но, Миша, все равно есть, знаешь, грустный осадочек после всех этих изменений, которые сейчас вводятся. Они финальные. А может, на бункер успеем с... А, нет, 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 небезопасно. Да, давай подальше, давай. Открываем парашют. Груз насадочек, что случилось? Да... Собираются же вводить эти премы за 300, да? Так. И я посчитал так, знаешь, Миша, чтобы анлокнуть смайлик... Ты должен заработать в 5 раз больше денег, чтобы анлокнуть один смайлик. Ну, получает, ну, потому что он стоит в 4 раза дороже. Ты, кстати, не в 5, а в 4, но как бы... Ну вот, как бы... Это же еще не видно. Возможно, будет 1 за 4 пропорционально стоимости. Очень надеюсь. Да вы что-то много хотите. Мы не успеваем за вашими хотелками, если честно. Слушай, и но то. Я ни в коем случае не настаиваю, как бы. Ты же знаешь, я вообще понимаю. Не любитель настаивать. Мы стараемся. Сегодня знаешь, как у нас интересно было в офисе? Столько обсуждений было. В том числе и по этой части. Так, круг нормальный. Круг хороший, круг хороший. Так, что-то я рано выпрыгнул, блин, но тачку не взял. Вроде бы мог вдоль дороги побежать.
А чё ты так? Я... Ты что-то рано раскрылся. Да. Завтыкал. Фолан, раньше у нас были попытки с P2P, но преимущество текущей технологии заключается в том, что пользователю не нужно вообще ничего ставить. То есть он заходит на... начинает смотреть видео, и все. В большинстве браузеров, кроме Safari, у него все работает. Поэтому как бы это... Это класс, это просто класс. Вы даже не знаете о том, что происходит. Это же ваша технология, да? Вот да. То есть вы на ней, получается, тут кучу бабла заработаете? Зачем? Или уже заработали? Кто знает. Ну, я могу только поздравить вас, ребята. Это классно. Спасибо большое. Спасибо за все. На самом деле, мало кто оценил, на самом деле. Да, но... ну вот это меня... Я думал, что все, как бы... Как это было... люди о, вдумаются, да-да-да. Начнется сразу, нифига себе. Ну нет. Тебе СКС-ка нужна вообще? Не беру СКС. Да-да-да. Могу тебя понять. На фоне, ребята, это мой коллега, это глава портала Good Game. Очень такой весомый человек в российском стриминге. Ладно, тише. Извините, пожалуйста, я не удержался. Весомый. Ты же видел, какой худой на стримфесте. Ё-моё. Какой весомый. О. Не надо меня, это самое, Игорёк. Подбадривает. Да я видел, как ты волновался перед этим. Перед... А я перед всеми публичными выступлениями подволновываюсь. Да-да-да, я вижу, ты вещаешь на 1000 человек и вообще волнуешься. А на сцену выходишь, там где сидит 200 человек, ты такой, блин. Да. Ой, скорелечка. Нет, это... ребята, Player GG не peer-to-peer, он и peer-to-peer, и не peer-to-peer, сейчас понимаете? Сейчас вообще не включено, на вас не включено. Мы тестируем, как правило, на каком-то выборочном канале и на других площадках. На Виде, на других. Ну, в общем, тех, которые... Так, тут у меня М-ки СКС на третьем этаже. Ну, я понимаю, СКС, но М-ка, если не ну, найдешь... Ну, Патрик, то... да. Ты взялся, да? Пропылесосил, Патрик? Все взял, да. Умничка. Так. А ты что успел? Ты только добежал, что ли? Ой, да, Фомбич, ты... привет! Да. У Фомбича бобер. Бобер Юнга. Статус у него, представляешь? Класс. Вот в Рутоне еще не ввели, но уже сделано в обновлении, но еще не добавили. Угу. Я пока не знаю, кто у меня есть, кто. Скоро буду видеть всех, кто... Всех буду скоро видеть. Это приятно, да. С Понти больше не играете, а Понти куда-то пропал, на самом деле. Кстати, да. Может, у нее там что-то случилось, слушай. А мы тут такие, Понти пропала. Как тебе Санчес на стримфесте? Ну это не Санчес же. Меня попросили проверить, я проверил, сказал, что фейк. Но как бы говорят, что уже были люди дезинформированы и организатором Лесориусом, и самим фейковым Санчесом. У него голос совсем не такой, на просьбу... Ну у него в некоторых этих моментах прям очень похоже было. Не, вообще нет. Ну, вот на видео, которое выкладывали там на канале Мир, это там клипы, прям было капец похоже. В некоторых. Я даже сам в какой-то момент поверил. Это не он. Ну, это понятно, что это не он. Так, окей. Машинка, да? Ты скоро долутаешь? Я попробую за машинкой сбегать пока. Ну, давай. Только не погибни там. Я вроде бегу туда, где... маловероятным. Ай, надо было вообще северную взять машинку. Она хоть и дальше, но зато... Да, вижу, машинка есть. Далековато. Игорь продавал фото, станет за 4,5 тысячи. Я еще псих, что ли? Продавать то, чего нет? А всех уже можно поздравлять с бесплатным премиум качеством? Нет, мы все еще допиливаем. Сегодня как раз обсуждали тот необходимый... Там где-то еще десяток задач, правок мелких, по верстке, по дизайну, по кодингу. Определяли необходимый минимум, который... Ну, чтобы не все прям доделывать, не чтобы пользователи не ждали. Потому что уже больше 800 товарищей поставили галочку и наслаждаются нововведениями, но репорт багов было штук 5.
чтобы ты понимал. Как бы, ну, там... значит, начали делать хорошо. Начали? Ну, в смысле, ну, как бы... Я ни в коем случае не хочу оскорбить никого, да? Но раньше же багов было больше, вроде как. Мы действительно изменили подход, и тестеры появились, и бета-профиль начали добавлять, и... Ну, вот. Да. Действительно, но зато медленнее. Это когда пытаешься похвалить, короче, а тебе говорят, ты чё, пёс, попутал, что ли, начали? Ну, да? Зато раньше мы быстрее выкатывали. В этом тоже были свои плюсы. Хотя собирали... В общем, я здесь. Let's go. Сейчас, я понимаю, что угловой не залутан, но может быть... К дальнему угловой. Нет, залутан? Этот залутан, я его взял, а вот дальний угловой еще нет. Да, ребят, сейчас вы можете нажать на свой профиль, там выбрать бета-профиль и поставить галочку, и у вас откроется исходное качество просто так, абсолютно бесплатно, для абсолютно всех. Да. Вы нажмете эту галочку. И если вы найдете какой-то баг, а вы его, может быть, найдете, а может быть и нет, вы сможете подослать в Good Game бета сообщение. Beta-sobaka.game.ru. Там есть мыло, да. Короче, там где... Все плохо или там все хорошо. Очень рад, спасибо вам большое, счастья, здоровья, не болейте. И Майкер вам пришлет ответ, или кто-то другой сотрудник Good Game. Хорошо, да. Вместо фивы пришлет вам что-то такое, типа, молодец, садись 5. Угу. Погнали. Браток сегодня не отвечал, кстати говоря. Я ему написал, но он что-то молчал. Так, а давай на эту туда заедем. Ясно. Не-не, вот сюда. Ну, на пожарочку. Давай, ну там лута просто мало. Я не очень большой любитель. Ну, мало не мало, но дома-то стоят. Давай, ты возьми побольше, а я возьму поменьше. Хорошо. Да, лучше, чем ничего, естественно. Нет, тут старый жилет нашел. Как бы уже себе все купила. Экстендед Мак тебе не нужен на Виктора? Возьми. Нет, на Виктор нет. Я Виктором не пользуюсь, потому что не умею. Че там, зажал и выиграл? Да я что-то как-то остался один на один, короче, с Виктором. И зажал, и у меня просто ствол вверх. А, ствол вверх? И вертикалка была при всем. То есть я такой вообще что-то не понял. Видимо, нужно было как-то контролить спрей, я просто не стрелял никогда, mm-hmm. поэтому... Дробовик надежнее, подбежал, все, нажал кнопку, умер парень. Mm-hmm. Причем с любым армором, с любым этим. Ну, из дробовика, если ты мажешь первый выстрел, как бы... Ну, так... Уже плохо становится. Да. А там доводочку можно сделать. А все, Миш, я тебя жду возле машины. Серьезно? Угу. Какой-то быстрый-то, ё-моё. Так у меня там мало. Побежали. Так. Ну, поехали. Самолет летел вроде вот так вот, да? Да. Значит, нам либо вот сюда, либо в рожок. Рожок, наверное. Ну, в рожке люди. Я бы вот сюда сел и прислушался. Там место хорошее, и вокруг можно посмотреться. Ну и полутать заодно. Соглашусь. Можем по дороге что-то полутать, если тебе вот место такие там вот... Место действительно неплохое. Можем мы эти дома по пути залутать. Как хочешь. А, да ладно, там хорошие, у нас уже все нормально, в принципе. У тебя есть икс? Не, иксов нету, но вот я хотел сказать, только иксов нету. Внимательно. И машина такая покатилась. Ну, ничего. От меня сегодня так УАЗик укатился с горочки. А круг. А они любят, да, они любят. Так, вроде закрыто. Миша, здесь Т2 каска у тебя есть? Нет. В туалете, в доме, в котором я. Прекрасно. Просто прекрасно. Угловое нужно тебе? Нет, есть. У меня нету куда ставить его. Вот в чем проблема. Да, это проблема. Скарба найти какой-нибудь, либо топ-эмку. Ну, было бы неплохо, конечно, да. Маякну, как встречу. Угу. Так, новый круг. Кстати, можно...
Можно половить. Маркер новый поставил. Как раз туда сейчас люди будут ехать. Идти, точнее. Угу, угу. Ты хорошо, вот в маленьком домике, место. Да, говоришь? Вот здесь да, в маленьком, да. Вот в этом, в который ты бежишь. Да, тут в туалете реально лежит. А, так. Долутовый, и я подъезжаю. Давай. Так, ну там может быть бой. Или... Ну, короче, ладно, да. Давай попробуем аккуратненько проехать. Да есть как получится что-то. Мимо. С китайца. Ну ок. Ну ок. Кажется, или шум машины параллельно идет? Кажется, смотрит ли. А, да-да-да. Вон машина прям по курсу. Справа. Mm-hmm. А, нет. Ладно, забей. Показалось, что за деревом кто-то был. Или есть? Есть. Чувак. Нет. Куст. Спокойно. Вот этих товарищей, пристреливающихся, надо бы взять. Вон там, смотри, смотри, стрельба идет из. Блин. Ну, надо вот тормозить нас. Вот за холмом, да, давай, да, может. За ХГ. Что-то там много всего. Там и. Там из горы стреляют, и внутри, и кто-то проезжает мимо. Давай аккуратненько сейчас. Это слишком далеко. Близко влево, стрельба. Очень близко стрельба. Ну фиг знает, как близко ты так припарковался, что здесь вообще ничего не видно будет. Машина, что ли, уехала, да? Да. Вкурить не могу. Там УАЗик стоял на горе. Вот и я, что-то его не вижу, понимаешь? И проезжал мимо этот мотоцикл. По ним стреляли из города. Город открыт, как ты видишь. Конечно, поехали, Миш, здесь уже нечего ловить, они все свалили. Уверен прям. Просто готов дать лапу на отсечение. Но мы в круге, куда ехать? Может, все-таки посмотрим, кто будет возвращаться? Дома какие-нибудь? Ну ладно. Ну просто сидеть идея на поле, ты, Миша, согласись. На поле, понимаешь? На поле. На поле сидеть не камильфо, это же логично. Давай здесь посидим. Ну давай дальше там на вот этом доме, который там с этим этажом. Да, я тогда и поставил маркер. Но здесь все лутано и могут быть люди. Конечно. Захожу, сайга есть. Тоже есть сайга. Сейчас, подожди, я закрою все. Угу. Пусто. Угу, сектор клир на барабане. Все, сидим, лежим, смотрим. Виноград пишет, не хотим ли мы полупануть втроем. Ой, а какой ответ хороший. Ну, я, если честно, хотел бы в дуо поиграть пока. Окей, все. Виноград. Ален. Виноград очень крутой, конечно. Очень крутой. Не подстать. Да, я все еще чувствую себя неловко, играя с людьми, которые лучше меня играют. Слушай, а ты вот... Поэтому я играю с тобой. Ха! Извини. Так, ничего вот. Страшного. Я не говорю, что я играю лучше тебя. Мы где-то с тобой одинаково играем. В этом и смысл. Ладно, здравствуйте, давай, ребята. Всем привет. Ждем, просто ждем. О, Витя в чате отметился. Молодец какой. Так, а ты что смотришь? Я смотрю ЕСЕ, вот туда вот. ЕСЕ, понял. Что запомнился с инфеста, кроме усталости? Лица. Лица разные.
Руслан такой позитивный, да? Да, капец. Он абсолютно... Вообще такой классный, вообще невероятно. Да, да. Просто впечатление неизгладимое крутое от него. Такой старый добрый Адольф. Именно так. Он внимательно слушает, улыбается, говорит редко, но правильные вещи. Совсем не похож на некоторые потирующие стримы его в реале. Такой, знаешь, мудрый, спокойный, уравновешенный. Очень спокойный, да. Это прям вообще восторг. О, вижу движение. В соседнем городе выбегают из домов люди. Бегут в сторону нашу, /горка, направо. Машина подъехала. Синяя машина, НЕ, за домом. Приезжают в починки. Сейчас по ним, кстати, вот могут все люди пострелять. Может быть. Если я пока этапнусь кое-куда. Что-то этих чуваков не вижу на горе. То есть они могли, в принципе, к нам пешкарусом бежать. Это очень хорошие мишени. Следующий круг. Вот я предлагаю сейчас подождать. На нас должны выбежать товарищи. Ты контролишь, да, там, если что? Да. Вот. Там вокруг же тебя холмики и поля, насколько я помню. Да, бежать, холмики и поля. Бежать им особо некуда. И в гору они не пошли. То есть они реально должны идти к нам. Вижу, человек идет по дороге на Е, наверх, в починке. Смотрит в нашу сторону. 105. Кажется, к нам идет. Ага. Расстояние метров 100 пока до него. Он один, причем. Подружки не вижу. Один квадрат, это прям за домом вообще. За следующим белым домом, скорее всего. То есть он, скорее всего, справа от дома будет выходить. Будь готов просто выходить и вдвоем его ушатывать. Да, он точно здесь. Он точно где-то за этим домом. Пускай-то на первый пока. Зачем? Я спрыгну спокойно. Ну, а я-то нет, у меня тут окон вообще нету. Ну, спускайся, да. Я спустился. Блин, не вижу его, он очень аккуратно действует. Но он не выбегал дальше, то есть он реально в этом доме, скорее всего. Или за ним. В доме, второй этаж в доме. Он меня не видел. Не пались вообще, не пались, он вне круга. Вот, ориентировочно встречаем, как выйдет вот на улочку. Слежу. Следим. На третьем этаже, вышел на третьем надо этаже. Надо по-любому принимать вообще. Только не пались. На углу третьего этажа ждет. Угу. Но он точно один. Так, проверяет крышу. Сейчас ты можешь его, кстати, заметить. Он прям очень неаккуратно двигается. Сидит ко мне спиной. Провоцирует, я могу его ушатать. Давай-ка, ты его рашишь. Давай, побежал. А я постреляю по нему просто. Готов? Готов. Убил. Иди лутай, я прикрою тебя. Скорее только, круг идет. Вижу. Красавчик. Да, так ты его убил-то, так что ты красавчик. Ты видишь. Ну, короче, ладно, давай, заходи справа. Икса интересует. Второй бежит по этому. Это не стойте, мы в починке по этому. Тоже одиночка. Я, короче, его пойду перехватывать, ты пока лутай. Я могу лупить, ему все луплю. Давай, лупи. Можно было подпустить поближе, просто для того, чтобы мы его полутали спокойнее. Направление. А, хотя ладно. Убил? Ну ты как мне его лутать? Где он относительно меня? Я сейчас прибегу к нему, Ладно, я из круга ухожу. Веди тачку пока возьми. Точно. Блин, круг уже больно бьет. Будь осторожен. Да. Окей. Да не, нам недалеко до круга. Как вот, там? 4 аптечки. Икс есть, все. Патрики есть куча. Мне к тебе сложно будет заехать, поэтому... Потому что как бы тут возвышение. Давай-ка. Сейчас Патрик максимально срез, сколько получится. Не могу. Лечусь, короче. Я аптечку и займу. Давай. Привет, Мадеш. Здравствуйте, ребята. Всем привет большой.
Давай, давай, давай. Только я как... Ладно, поедем так. Хотя, наверное, лучше подхилиться, подхилься, да? Подхилиться, подхилиться, подхилиться. Не знаю, у меня 8 аптечек, Миш. Хорошо. Командуй. Угу, езжай. Смотри по карте, поставь маркер, там как нам лучше. Наверное, поближе к границе, в принципе, сейчас высадиться. И пешкарусом. Да, пойти, в лесу, да? в лесочке пешкарусом, согласен. Надо еще патроны тебе передать надо будет. И это есть патроны вообще? Патроны вообще есть. Так, что у тебя по медицине? Аптечка у меня... нужна. Тебе аптечка нужна, да? Да? Сейчас дам. На будущее. Парочка есть, ну так. Я тебе дам сейчас 3 штуки сразу что-то. Держи. У меня. А по иксам, по всему вот этому безобразию? Икс есть, X4, один только я взял, чувака. Ладно, угу. Давай ползком под ХГ. Давай. Или вдоль круга даже. Вдоль круга хорошо. Стрельба СВ, слышишь? Да, дистанция довольно прилично. Угу. Мы тут хорошо под ХГ от одних. Значит, как раз отхилимся как раз на этих на бутербродах своих. Да. Направо поглядывать надо. И прямо по курсам, скорее всего, враги будут. Смотрю, да, смотрю. Так, давай вот сюда, где деревья, ближе уже будем подходить. Да, вот эти опасные, конечно, которые справа. Вот. Прям могут вырваться. Да. Но они, скорее всего, бы вышли уже. Камешки такие, может, в круге. Если в круге, то камешки. Если не в круге, то не камешки. Так, уже ближе. Это они же, но ближе. Камушки в круге. Давай всё тут хорошо, сидим пока. Да, давай. Такая ХГшечка такая удобная. Ну, сзади вряд ли, да? Ух ты. То есть только если сцен, сейчас прям будут. Будем встречать. Кисмильдер, здравствуйте, добрый вечер. Добрый, добрый. Вот кис... Опа, по мне, сзади. Близко, калаш, вон. Такой хлеб уже, капец. Прикроешь? Меня у тебя нокнул. Я в него всадил хорошо. Круг идет, но мы в круге, и как бы... Странные эти китайцы, да? Угу. Зачем он сюда пришел? Мы не шумели, ничего. Лечись, так, он полутай. Пошел. Хорошее место. Есть X4, беру. Супер. Глушитель пламя... Ой, глушак есть на винтовочку. Прекрасно. Атас. Да, третий рюкзак. И немножко падает. А МК, оружие какое у него? Скар? Скарль. Возьму скар. Не, АКМ и МК. АКМ и МК. Слушай, нам уже МК простая. Нам нужно... Короче, народу мало осталось, между прочим. Нам, скорее всего, так даже надо идти, учитывая наличие полей впереди. В смысле, как ты хочешь? Я поставил маркер, вот к сожалению. Такой вот. А, нет, можем, прям по кромочке. Можем по кромочке, но мы, кажется, по кромочке, в поля выходим. Да, мы, кажется, выходим поля. В поля. Да. Давай по кромочке. Да. Давай. По кромочке просто мы не получим никого справа. Либо прямо, либо слева. Так, тише, сейчас за каждый дерево смотри внимательно. Наперед сначала смотрим, потом идем. Так, стрельба С глушаком, да, S-95. Сейчас я закину этот энергетос. Да уж. Ладно. Блин, поля капец какие неудобные. Поля капец, да. Давай все-таки с горы спускаться, потому что там вроде будут каверы. Идем назад. Назад. Вижу дроп. Угу. Угу. А тут, по крайней мере, у нас... Прямо лупят машинку, вижу. Не вижу врага, но как бы ориентировочно S. В доме сидят. Окей. Ну, там нормально. Дом, если что, можно обойти. Блин. 15 секунд, мы... Миш. Капец. Миш, 15 секунд надо спускаться. Слева. Не в доме. 7 секунд. Надо спускаться. Мы спину подставим тогда. Как скажешь. Там просто деревья. Если бы там спускались, а тут нет деревьев. Блин, близко. Вижу. Человек у красного дома. Работаем. Забей, ладно, побежали вперед. Побежали, круг, все расставит все-таки на свои места. Ориентир-трактор. Ориентир-трактор, да. Там война внутри дома. Да, вижу.
Точнее, слышу даже. Там Вектор даже. Да-да-да, Вектор. 8 человек осталось. 6 кроме нас. Сейчас чувак из дома будет выбегать, выбегает. Ну и что? Слева, ой, тут ХГ, хорошо. Тут можно, кстати, сесть его и принять. Я готов пострелять по чуваку из дома. Нет, не надо. Не видно. Машина едет. А, это он на машине, да? Давай, трактор, да. Аккуратно. Палим. Палим все, в общем. Я не вижу вообще никого, кроме чувака на машине, слышу. Право смотри. Просто смотри право. Смотрю право. Просто, так, более-менее внимательно. Именно вот там 300 и прочее. Нас слева-то не убьют? Нам крайне сложно будет подбегать дальше. Прямо по курсу, видишь? Делаю фул запивку. Кстати, о ней, точно. Вончик, спасибо. Так, 5 человек осталось. Я предлагаю ближе к домам, учитывая дальность стрельбы. Да. Попробовать. А, вон вижу. А, нет, не вижу. Это бликует забор. Иди за мной, справа иди, типа, можно обойти. Давай, иди сюда. Там за камень, сейчас обойдем, как раз выйдем. Да, да. Конечно, сейчас дом могут полупировать, да, вообще, да. Нормально. Но эта штука, она дэмэдж впитывает хорошо, вот под ним можно лечь, все. 3 человека. Так, спокойно. Мы к кругу близко, конечно. Очень близко. Давай к холмам, сюда вот. А зачем к холмам? Можем встать тут за машину. Мы в круге. Мы будем еще не в круге. На краешке круга будем у холмов. Вот здесь мы на краешке круга. Миша, ты чего? Могли бы дальше пройти. Ладно, забей. Так. Нет, подожди. Ты там куда ты хотел пойти, там нету круга. Есть. Пошел я туда. Мне интересно, веди меня, интересно. Вот, все, вот, пожалуйста. И сзади холмы тоже в круге. Ок. Если они... Главное, чтобы они не сзади были, вот в чем дело. Но они, скорее всего, прямо стреляли из этих... Смотрим сзади. Из домов. Ок. Да, теперь ох. Прямо. Поле. То есть, получается, большая часть поля, оно... Давай по кромочке справа будем обходить. По кромочке справа, подтверждаю. Нам надо дождаться, когда они начнут перестреливать эти один, третий, в идеале, чтобы понять вообще, где кто. Ну, двое там в углу дома. Может, кусты сесть надо. Стоит. Как думаешь? Вышка в круге. Опа! Ох, ты ж, ёпта! Это из этого... Ой, очень больно мне, очень больно. С гусаком причем. Капец. СВ. Да, мы прямо на них бежали. Я пытаюсь в кустах вылечиться. Причем угу. Двое там. Там двое. Вылечился кое-как. У одного АВМ вообще. Да? Да, мне с АВМ прилетело. Короче, двое там, один получается. Один сзади, понятно, бегу. Короче, я вот сюда, под ХГшку. Вижу тебя, побежал к тебе. То есть они в кустах где-то сидят, да, палят? Ага. Еще хилюсь. Там АВМ с глушителем, что ли, что-то, да. Я вообще не могу понять. Вижу еще одного, 165, последний. 165, работаем. Убил. Хорош, двое там. Двое, да. Давай я в кусты сажусь, они не знают. То есть они сейчас нас не видели, куда мы сели. Вон слева идут, 110, двое, оба здесь. Не палюсь. Палюсь. Нокнул. Блин, один лежит, другой. Нокнул одного. Второй валяется. Убил второго. Сам. Они вяленькие какие-то. Ты всех развалил вообще. Я одного такую бахнул за весь матч. Они вообще должны были убивать, когда мы на них бежали и не понимали, что происходит, угу. Особенно с ВМ. Но здесь как бы все, что стреляешь, если прям в цель, оно попадает. Оно прям попадает. Оно регистрирует эти выстрелы. И это приятно. Микиши, говорит Винт. Да. Так, что у нас там? Игорь провагонили, да, пацаны, Майкер все сделал. Я не всех убил. А, нет. Я всех, что ли, убил? У тебя сколько килсов было в конце? Один килл. Вот, все. Есть килсы, есть пользы. Поехали. Я готов.
Но парни, конечно, должны были нас просто уничтожать. Угу. Вообще, когда мы особенно убегали. СВМ с глушаком, это... Окей. Ассист тоже хорошо, да я, да. Да, это хлебушкин сервер, да. Мы как коршуны на хлебушек летим. Как гули, 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 гули. На хлеб прям. Кар, кар. И собираем. Ай, мимо. Ну, бас я. Блин, микрофон мешается. Выпирает здесь такой. Это у меня зеленый. Смотрите, что у меня за футболка. Какая она классная. Обалдеть. Что за футболка? Какая футболка? Да, футболка с котом. С кот? Надо ваших будет плакатики потом повесить. Которые я жижал? Я жижал и фыва. Угу. Надо в рамочку будет их и потом показывать, знаешь, периодически. Да, могу, кстати, прислать в хорошем качестве, можешь там что-нибудь. Там запросил уже парочка товарищей такие плакаты, может, скинуть в канву ключевых. Полин, можно вместе показать, конечно. Полин, всегда рад. Окей. Так, пролетаем мимо милитари или поострее начнем, учитывая? Да нет, давай мимо. А хотя, мимо. Ну там посмотри, как выпрыгивало, просто капец. Да, они любят падать там. Можем даже в жопле долететь, и там как бы... Что-что-что? Человек пишет, неплохо смотришь на новом мониторе. Это парень, который выиграл монитор с моей, видимо, легкой руки. Хорош. Ладно, гаточка, Миш. Да ну, гадкость слабенько, чего ты? Там лута не хватит нам, у нас же должны аппетиты расти. Давай... Нет, давай гадка, ну давай гадка. Нет, видишь? Нет, ну Игорь, не надо. Ну полетели на гадку, что ты? Потом пойдем же в жопу. Короче, встретимся скоро, Игорек. Короче, очень близко я рядом с тобой, прям рядом. Вот жук, а. Ну, блин. Гадка, это 7 домов и ты один лут. Я в ангарчиках больше найду, чем ты в гадке. Могу поспорить. Да, кстати, в ангарчиках месяц, скорее всего. Ну, так вот. Да, и у меня здесь команда, ну, замечательно. У меня тут на всю гадку 2 тимы. На всю, понимаешь, на всю. На всю гадку, да, на всю гадку. Ой, на весь жржопль. Причем одна из них, кажется, сливает на машине. Ничего. Одни причем сразу ливают. Как ты относишься к Скарели? Хорошо. Ну, вот я как тоже относишься к мертвому сокоманнику? СКС еще выпало. М-ка, большая аптечка. Ну, видишь, хорошо все-таки. Не так все плохо, оказывается. В Гадском-то королевстве. Да. Гадском, да? Гадском. Королевство Гадское. Т2 шлем. Прекрасно. У меня второй ангар вообще нулевый. У меня машинки есть. Могу, в принципе, тебя... Тише, Миш. Война. Одного кнопку. Держись. Беру машину и еду к тебе. Хотя... Ну, я вообще минус 2 сделал. Хорош. Я тогда не буду к тебе идти. Жду, пока ты приедешь, короче. А все-таки ехать? Нет, ну я сейчас пултану и потом... Потом к тебе. Ну, потом соединимся. Если ты, конечно, к этому моменту не умрешь. Ха! Тебя умоляю. Это я тебя умоляю. Умоляю тебя я. Не смеши. Законно так жестко слышишь. Конечно, смешно. Конечно, законно. Могли бы сейчас жопали вместо того, чтобы лутать эту никчемную гадку.
так бы ты команду там единственную положил бы в жжоб, и там реально больше никого нет. Так нет же. Ой, ё! Все нормально. Без паники, Игорь. А я как-то, знаешь, не успел даже наложить штанишки. Потому что еще типа... успеешь. Выходи скорее, давай поехали куда-нибудь. Ты приехал за мной? Да. А, ну сейчас, погоди, дом остался, там большой дом, очень большой дом. Очень большой. Я почти все нашел, да. Как же ты едешь, Миша, как же ты едешь? Отлично еду. А какой дом большой остался? А, который самый высокий, вот который... Ну здесь ты не был явно. Угу. Тут несколько таких домов, самых высоких, видимо, да? Угу. 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 Поспешно. Показалось. Так. Так. Нашел что еще? Да я только приехал. Анна, ну поскольку я ошибся в вашей фамилии, вы можете забыться на Дениса, потому что это же Денис. Дарквинг, спасибо за прием. Поехали. Оп, на ГГ. Опа, опа, аккуратно. Короче, на 200, на 255 далеко. Стрельба в том направлении. Куда едем? Едем. До лута бы Джержополь? Да, можно, кстати. Да, вот сюда, например. Там два товарища нам специально собирали, пока мы тут, я за тобой ездил. Мы договорились, что мы заедем за ними, они скинут. Что мы лутали. Надо только не пропустить их и все. Так. Ой. Ну, Стигаш, ну. А, хорошо. А давай толтанем в больничку. Да, давай. Я туда маркера поставил. Не обещаю, что там никого нет, потому что одна пара уезжала с Жержопля куда-то. Ну давай, аккуратненько. Все двери открыты, вот в чем дело. Надо по луту только смотреть. Есть тут кто или нет? Вместе. Вначале вместе. Вначале вместе. Поехали. Когда первую банку находим, сразу вдвоем. Вообще ноль. Пропылесошено. Вообще ноль. Там только голограф, но тут должно быть значительно больше. Пойдем в второй корпус. Нет, валим отсюда нафиг. У них было предостаточно времени, чтобы... Куда ты бежишь-то? Я хочу посмотреть, может быть, все-таки что-то... Нет, все, посос. Тише. Второй этаж? Я и... выбежал уже. На втором этаже есть. Смотрю. На крыше есть, точнее, на крыше. Смотрю, не вижу. За холм будем? На холм будем вставать? Да, поехали. Может, это третий этаж все-таки был, не второй? Либо третий, либо крыша. Так, чтобы нас вида не было, блин, как бы тут так отвлечь. Ничего в плане движения не вижу. Дарбадоса жалко, нет. Как бы я бы это... Вообще бы не парился, побежал бы. Крыша пустая, как ты видишь. Угу. Ну, там были прямо надо мной. Угу. Давай сделаем следующим образом. Есть движение, вижу движение. А, второй этаж, наш корпус, где мы были. Угу. Я хотел предложить, что я, например, беру баги и типа уезжаю. Четвертое окно справа, на втором этаже. Там ствол вылезал. Даже так? Ладно, я пойду чуть поближе посмотрю. Четвертое окно справа. У тебя зум есть какой-нибудь? Зум, да, четверка есть. Хорошо. Привет, куплю Жигуль.
Миш, теряем время. Слева, 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 спускается по лестнике товарищ, могу стрелять по ним. Нет. Работаем, вон, работаем. Вон, один сидит вообще. Нокнули. Давай добьем. Да. Там третий рюкзак, там хорошо все. Я бегаю слева потихонечку с... Да не, на самом деле можем рошануть вообще их. Он, по-моему, вылезал из этого? Не-не-не, он зашел на первый этаж. Он зашел на первый этаж. Он во втором корпусе рядом со своей подружкой был. Угу. То есть, в принципе, мы увидим. 20 патронов осталось, Миш. Ну вот поэтому надо убивать. Блядь, не зайти, что никак. Да, похоже. Есть, вот он. Он там, он там. Прям недалеко? Ага. Я обхожу. Где? Инфа? Миша. Миша, он... Не торопись, я к тебе. Миша, я к тебе. Просто тупи к тебе. Я палю. Ты знаешь, тут есть интересное предложение. Ну, пойдем, пойдем, все, пойдем. Я мясо, Миша, у меня мало патронов. Здесь, кстати, пятерки. Хорош. Убил. А, там, здесь, эта 4X. Часть не лутанная вообще. 4х, бери себе. Скарлька тут валяется, если хочешь. Скарлька. Да, 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 которого да, конечно. Лутаю пока что. Глушитель на винтовочку, ёшки-матрёшки. Угловое, ё-моё. Как же прекрасно. Если будет что-то на СКС, кричи. Хорошо. И можно долутать Патрик эту просто, часть. Патриков просто миллион. Тумочка еще лежит. Смотри, там же еще с жиржопля. Короче, смотри, ты долутывай эту часть, я пойду на крышу. А есть еще какие-то там угловушки? Угловушек больше не было? Нет, нет, нет. У него, может, что-то валялось. Короче, смотри, еще раз повторю. Ты лутай эту часть, я на крыше смотрю жиржопль, потому что это не те, кто... Ну, мы в круге, мы в круге. Я понимаю, можно да, я понимаю. Они... тоже в круге, но все равно как-то безопаснее смотреть по сторонам. Тем более мне особо ничего не нужно, кроме бронежилета. Так, еще бы мне найти емочку, я вообще был бы огонь. Ой, немочка, глушитель, глушитель, глушитель. Скажешь, если увидишь бронежилет, кричи. Угу. Так, значит, все этажи не лутаны, наверное, насколько я понимаю. Да-да-да, очень похоже на это. Ну, раз с первого начали. Блин, хорошо, что мы их услышали, да? Хорошо, что да-да-да. Так вот, предложение поступило, тут Алаита предлагает поиграть. Сам? Ты знаешь такое? Сам Алаита. И он как бы вообще в эту игру не играл. Это ответственность, капец. Я бы... Ну... Я бы еще как минимум раза три затащил. Компенс на снайперку, компенс на снайперку есть? Взять? Очень нужен, конечно же. Ну, все, взял. Мы тут, кстати, вчера играли с Пашей, ну там, у меня вчера был пул в гостях, потом Паша присоединился, а вы мы как-то вас подождали, не смогли дождаться в бомбе, короче, не смогли синхронизироваться. Ну так вот, мы вчера, конечно, нашли чуваков с ВМ, блин, вчера просто столько народу полегло с этого ВМ, с X4, это просто с X8, это просто капец. О, главушечка, хорошо, спасибо. Я ушел, там бомбежка, пробегаюсь по третьему этажу. Бомбежка же... Да, но нет. Я посмотрел еще в жиржопле как-то подозрительно. Точнее, не подозрительно, просто никакого движухи нет. Далеко-далеко уходит и... Ну, короче, обзор... А тебе семерочки, получается, подбирать или что? Семерочки можешь подобрать. Да, нужны семерочки мне. А у чувака клаши были же, там куча семерок, которого я убил. Сглупил. Я забыл, что у меня СКС. Короче, на первом этаже парень с огромным количеством семерочных патронов. Просто нереально. Понятно. Миша, броньку просил, так броников-то нет, уже, ребят, уже там нашел, броник подбитый. Нашел. Ладно, пойду на первый этаж тогда, получается. Ты второй лутал? Я сейчас там. Одно крыло? Ты или второй уже проверял? Понятно, не проверял. Я второй, да. Не полностью. Угу. А у тебя нету этого приклада на М-ку? Нет. Угу. Если будет рожок, то ты не стесняйся. Рожок есть. Второй, причем выкинул уже. Рожок на винтовочку ты имеешь в виду, на обычную? Да-да-да. Есть. Шмаляй. Так, ну... выкинул. Сори, я его не взял.
Беда. Он честно он был. Хотя это тебя вообще не успокаивает. Я понимаю. Да не, все в порядке, забей. Берись. Может, у них рожки есть, что-то я не посмотрел просто. Так, патронашки, хорошо. У этого 72, 100 патронов лежит. Да, уже взял. Так, ну... Взял настолько много, что уже не унесешь. У нас новый круг. Да. И он неплохой. Да, я бы вот сюда вот домики по дороге полутал. И там хорошо поехали. Принимать товарищей. Я бы, конечно, вообще куда-нибудь в аркаду полез бы, но не знаю, где аркадней. О, можем на мост. На мосту. Нет, не хочешь? Там на базе точно кто-то есть. Это старые эти, да? Старые корни дают о себе знать. Не хочешь на базу? Потому что все уехали, Миша, думаю. Да нет. Они только сейчас поедут, им нечего, незачем было уезжать. В смысле, там вся... Все хорошо. Ладно, блин. Сейчас ближайший. Мне просто красный ХП немножко. А чего ты так просел-то, Игорек? Не знаю. Энергетик до этого не выпил? Угу. После ранения. Работаем. Вроде закрыто. Работаем. Слушай, я сейчас кое-что сделаю пока. Давай. Лутаешься, потому что у меня, по сути дела, почти все есть. Мне только глушитель нужен. Вероятность найти глушитель в этих местах, она... Что, нормальная вероятность? Так, у меня есть 4 премиума на ГГ. Да ладно? Да, надо сейчас чаток кинуть. Этим, ничего, которые... ребята приготовились. Так, надо только найти надлоки в этом... Низкий старт. Секунду. А вот, все. Павел. Так, ребятишки на ГГ. Дарую вам 4 примака. Держите. Слышу машину, кажется. Нет, что-нибудь. Ой, лол. А, понятно. Дарую 4 примака, но не дарую. Раз. А Локи там два, уже что-то скидывал. Три. Ну окей. 4. Всем выдан. Всем выдано, собачки. Этому дала, этому дала, держи. Этому дала. Так, ну что у нас тут в домах-то? Есть глушачки-то? Ничего нет. Ну как, я нашел Больку. Болька — это хорошо. А, премиумы не робят? Неплохо, неплохо. Ни один не работает, да? Ну, видимо, да. Ну, значит, меня Локи скинул пососный... Он, кажется, до тебя эти же самые ключи скинул уже в чат. Может такое быть? Нет. Нет. Он мне скидывал их, когда я купил на Полин, короче, премиум. Так. У меня есть типа 4 ключа, и он мне их выдал, короче, так. И в итоге они ни один не работают. Ну и ладно. Ну и ладно. Подумаешь, сколько там... Слушай, ну я реально... А, вот, слушай, вот какие-то есть. Какие-то ключи подошли. А если включил бета-профиль, нельзя включить код. А, вот в чем соль. Ну, вообще можно. Нет, только все... нажать на другие способы ключи оплаты. Ключи работают. Работает все-таки? То есть наговор, да, имел место быть? На Локи, да? На наговаривали зря, да. Вот это сделал пососник. Предлагаю про баги уже забыть после этого круга. Ну, если он там совсем не убогим будет. Да. Да подожди, еще рано-то так-то про баги-то забывайте. Ты остался. Это рановато. Ладно, пойдем к баги. Еще 3 круга как минимум до этих. Я, конечно, понимаю, что ты не любишь водить машину и прочее, но да я-то нет, люблю. Люблю водить. Я видел. Водить люблю. Метод на ревизию, вот, ребята. Пожалуйста. Инжойте смайлики на ГГ, очень хорошие. Рисовали специально для вас. Прекрасно. Спасибо большое. Там, куда мы едем, есть хороший балкончик, с которого будет видно северное направление, с которого теоретически могут бежать нубасы. Не нубасы, а китайцы. Китасы. Хорошо, да. А нет, не те дома. Ну ничего.
Надеюсь, это тоже. Локи не мог скинуть эти коды раньше, Миша. Чего вы начинаете отказываться? Откуда? А, им прям качество работает без према сейчас, если у вас бета-профиль. Да. Ну, Миш, главное, чтобы мы живыми доехали. Да, забыл тебе сказать, баги не ездят по болотам. Ну, я понимаю, что было тяжело. Как это не ездит, если я еду? То есть баги не ездит, а бобер плывет, да, ездит. Угу. Вот. Привет, Дольче Виста. Да что ж такое? Ой. Мы так долго едем эти 20 метров. Слушай, идея бросить баги была не такой уж и плохой, Миш. Но ты в следующий раз, когда захочешь бросить баги, ты скажешь, давай не будем утапливать баги в болоте. Ты просто скажешь, что ты не хочешь ехать, и все. Я, в принципе, это только за. Все нормально, выруливаем. Вышка резаная. Практически бесшумно приехали. Да. Бесшумно и сверхбыстро, я бы так сказал. Предлагаю остановиться здесь. Хреновое место. Тачка есть. Блин. Ложись. Мне бы подлечиться тогда. Ложись. Просто ложись. И не болись. Может, на горку а справа тогда уйдем? Да почему бы не кинуть пару гранат в дом? А лучше сначала убедиться в том, что там кто-то есть. Наверное. То есть машина тебя никак не уговаривает, да, что кто-то есть? Ладно, давай. Запрыгнул там или что, или застрял? Запрыгнул, но и там, кажется, дальше не пройти. Увы. Поэтому. Короче, я пошел в этот. Так может штурманем тогда? Ну, у меня СКС и этот. И. Ладно, я тогда сейчас парня. Я стреляю по машине, сейчас говорю. Хорош, уверенно. Сказал, сделал. Красавчик. Ну я пострелял и пробил колесо машины. Вот. Они не въедут. Да, ребята, завтра будет серч, у нас посмотрим, что за игра. Видишь движение какое-то? И я не вижу. Но оно есть. Ну да, чуваки по логике должны быть где-то здесь. Я бы на их месте сел бы в дом, который двухэтажный. Конечно, вот я вот это окно и смотрю, но там же ничего нет. Стрельба 15 или 30. Это из болот бегут. Круг сошелся. Круг сошелся. Ну, я предлагаю не дождаться подождите. Чуваков, которые пробегут к... А потом вот... Предлагаю чуть правее, предлагаю чуть правее. Вот сейчас, вот сюда вот уйти. Ну, вот, вижу, сюда, хуже. Вот сюда, вот сюда. Вижу, хуже будет. Ну, зато в ту сторону будут чуваки бежать, которые... у которых машины больше нет. Блин, да подожди, давай посмотрим на куда они там вообще двигаются. Локи что-то написал, я, видимо, не прочитал. Локи, прости, пожалуйста. А, все. Видишь движение это там нет. Какое-то, нет? Нет. Вижу, машина едет, УАЗик через болото. Понял. Вот, и он может действительно к нам приехать. Угу. Но здесь еще дофига народу. Дофига народу. Не к нам. Из домов меня парни очень смущать будут. Побежали дальше? Побежали. Я за тобой пока что. Так, Миша, по краю круга работать будем сейчас, потому что иначе очень опасно. Милан, не сегодня Милан, сегодня с Майкером. Майкер не хочет играть в пати пока. Я уже ему две кандидатуры предложил, а он все еще никак. Это была стрельба? Пуль. Да, 105. Е. Да, скорее левее 105. Блин. Слушай, ну у нас позиция хреновая, к нам сзади могут убегать. Очень хреновая, очень хреновая, да, иди сюда. Челики возле машины, которую мы прострелили этот.
палишься. Нам надо сейчас срочно менять дислокацию, капец. Они на машину сели. Миша, стреляй по машине. А, вижу. Они просто дауны, короче. Убивай, убивай, убивай. Один нокнут, второй. Очень косвенный. Давай, добьем уже его, ну. Ну, блин, убит. Так, минус, минус, отлично. Возвращаться не будем, круг идет. Да, они реально там сидели просто, прикинь. А, да? Да, просто, просто сидели. И ты прав был с гранатой, надо было проверить этих где китайцев. Где? Давай где попробуем не забираться на ХГ справа, что-то он, это стрёмно. Да, 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 да. Вон кустики, кустики и все остальное, Миш, по краю работаем. Кустики прекрасные. Сейчас сяду в один. Все, сидим, ждем следующего круга. Оглядываемся, улыбаемся, машем. Если будет выбор, я стреляю с глушаком первым. Стрельба. ВМН. Н? Да, откуда-то оттуда. What? Из-за круга ты имеешь в виду? Ну, где-то вот в том правильно 15, то есть вот 15. Я где-то на ХГшке там высоко. А, окей. Точно были. А, ну понял. Ну, это скорее УАЗик, который... Что там по следующему кругу? Ой, блин. Ладно. Поставил приблизительно маркер, но не уверен, что... Да, слышу, 60. Я предлагаю по правой стороне сейчас двигаться уже. Да, под правой, аккуратненько. Ну, ты сейчас... прям здесь, 60, прям здесь. Прям под нами. Видели прям тебя? Под этой ХГ. Нет, видимо нет. Или видели, но не палец, пипец. Вижу машину, челиков не вижу. Может, в кусте сидит прямо. Где? В кусте. Дружа не вижу. Вил, все, минус. Капец. Фух. Вот это да. Я вообще не в ту сторону смотрел, прости, пожалуйста. Я смотрел в машину и туда. Большая аптечка 8Х, капец. Тут прям... 8Х, дай возьму 8Х. Блин. Бери. Бери, он там есть. Пламенгаз возьму еще. Extended car. Аптечка. Ладно, я лучше осмотрюсь. Смотри обоих. Не нравится мне то, что стрельба вокруг идет. Мы только что убили и оба... У этого две аптечки. Да я взял медицину, все ок. Меня больше энергетики беспокоит. И у нас полминуты. У меня 6 энергетиков, 5. Скинь, пожалуйста, 3 штучки. Да, сейчас. Так, у этого, может, были энергетос. Не было. Держи. Все, держи. Давай, закидываемся и пойдем. Блин, Патриков надо взять еще. Что-то я не подумал, что возьму, сколько влезет. Закидывайся сразу. Компенс на снайперку у меня возьми. А, кстати, да. Не переживай. Поехали. Давай. Выкинул компенс? Да, вижу. Да. Поехали. Миша, не торопи меня, пожалуйста, я еще медленнее буду делать. Ну, круг. Все, иду. Справа можем сейчас выйти на людей. Опасно. Можем. Да, стрельба 120. Стрельба 120, подтверждаю. Ой, близко стрельба, она 150. Стрельба справа 150. В круг забегаем. Сначала в круг, Миша. Сначала в круг, первый на первый в круг. Все, сейчас сидим и не палимся. 120 стрельба, короче. Блин, там холмы одни. Да. Проблема в том, что нас этого видно будет. Если мы сейчас начнем стрелять, нас будет с противоположной стороны просто видно, пипец. Еще стрельба прямо. Опа, ой, я не в круге. Стрельба прямо, стрельба далеко на 75. На 150 тут стреляет, но я их пока не вижу. У меня 8Х пока не вижу. Новый круг, надо идти прямо. Не вмешиваться в перестрелку правых товарищей. И просто под ХГ. Давай прямо под ХГ, да. Под ХГшечку, да. Да. Сейчас, подожди, только закинусь больками, что я это не успел тогда. Помни про тьму слева, которая на холмах. Это самый опасный товарищ, который у нас есть. Можно, в принципе, не бежать, пока мы не увидим, что они спускаются тоже. Потому что как только мы побежим сейчас, мы будем абсолютно открыты для них. Там будка есть, если что. Я понимаю. Но они, скорее всего, сидят вот в камнях. На втором, на третьем ярусе, где-то там. И может быть... Немаловероятно. Только может быть. Нам стоит дождаться их движения. Они там точно есть. Да, они будут справа, чуваки. Справа чуваки вообще забей. Мы прикроемся этим холмом, и все будет ок. А вот от тех, что на НЕ сидят, нам кроме будки никак не прикрыться. Вот что меня беспокоит. Слышишь их?
Опася. Вот я про это и говорю. Это АВМ-ка, кажется, или М, что это? Вот, давай дождемся, когда они будут спускаться, короче говоря. Вон, вижу, далеко, 60, далеко, видишь? А ты там слишком далеко. Могу стрельнуть. Хорош. А, вижу. Убили. Хорошо, все. Бежим, круг. Он был последним. Давай к будочке под ХГ. Осталось 5 человек, кроме нас. Опа, слева. Ух ты ж, ёпта. А вы, бляха, муха. Я забудку. Вон он, вижу его. Сучок, а? Где? Убил. Красава. Хилить большой. Вот я про это и говорил, Игорёк. Про это я как раз и говорил, что чуваки... Почему они из разных тим? Ой, нам надо прямо идти. Короче, под ХГ сейчас будем идти. Сейчас нормально все будет. Мы прикрыты холмом. 3 человека осталось. Давай, пойдем. Пойдем за мной. Здесь лучше, здесь патроны лежат. Тебе патронов не хватает сейчас, что ли, или что? И ложа. Подожди, это нормально. Давай-ка вот так вот. Мы здесь в круге будем. Предлагаю даже по кустам спрятаться. Смотри, они сами на нас будут выходить сверху вниз. Кустики могут зарешать. Вижу, правда, только один кустик в круге. Стой. Чисто. Показалось. Я в круге. Я в кусту. Ну, ты видишь ХГшку, давай, я и что работаю по направлению, который скажешь, и все. Смотрю по пиндеру, ну тут как бы с по пиндеру. По мне стреляют. Слева увидел, сейчас убил. И справа сейчас стрельба. На 165. Осталось 2 человека. Сейчас, подожди, я магнит просто для пулек, подожди, да я захилюсь. Тот был в Соленова. Да. Блин, как неудачно-то, а? Не, надо к нему бежать. Короче, я обхожу чуть левее, Игорек. Потому что они сейчас будут прям с ХГ лупить и выходить на нас. Смотрю. Они ориентировочно вот прямо по курсу. Угу. Кстати, ладно, забей. Я прям магнит для пуль какой-то сегодня вообще. Они за холмом, скорее всего. Готовь гранатки, если что. Есть у тебя же там какая-нибудь... Есть. Ух. Они прям рядом. Майкер ловит на пса, ребят, сегодня. Кажется, движение на 220 за деревом. Похоже. Не подтверждаю. Я не думаю, что мы на ХГшке. Но мы не там. Гренка. Угу. Еще не вижу. За холмом они, скорее всего. Теперь я попробую. Ну-ка, на тебе, китаец, получи. Вон слева, у меня 150. Встал. У меня нокнул. Нокнул меня. Один с глушаком. Второго не вижу. Он левее идет. Левее. На 150. В траве сидит. Ползет. Лег. Так, я попробую к тебе уползти. Вижу его. Не убили. Сори. Давай. Одного нокнул. Миша, пока не могу тебя поднять. Да не надо, я умер. Ты чего? Все. Какое поднять? Вон, там же. Встал. Вон. Ну. Хорош. 9 убийств. Сейчас вернусь. 4 всего. Ой, хорошо. Я там намазал 3-4 патрон. 2 дал нормально, а потом уже все, ГГшечка. Константин Зимин говорит. Запрос 3 минуты. Вы можете с контактами. Окей, хорошо. Хорошо, пиши. 2 раза топ-2, ребят, подряд. Что это? Скилл или китайцы? Узнаем через... В следующей игре, короче.
Таскин, короче. Так, друзья. Говорю, на Европу, там поймете, все китайцы... Да, нормально все. Играй на Европе, если хочешь. У нас тут все регает отлично. На Азии просто боты, на Изи сложность настроены, да. Есть предложение поиграть в сквадах, но вдвоем, если нам слишком хочется еще побольше мяса. Как ты относишься к большому количеству китайцев? В смысле? Вот. Ну, вдвоем, только против сквадов. Попробуем, давай. Вообще страх потеряли эти. Окей. Сейчас будет 2 к 1. На самом деле не совсем 2 к 1, потому что, видите, в конце осталось там слева 2 снайпера, который в горе. Причем чувак сидел в горе, на него идет круг, он стреляет. Это класс. Автоматчмейкинг, выключи галочку. Ой. Это косяк. Убрал? Да. Ядрить, Годмайкер не смотрел, по всем скучал, ребята. Что, в армию забрали, 7 Days? Что случилось? В армии что ли был? Теперь поди, не знаешь, что за пес с Майкером в стриме, да? Ну так вот, присаживайся поудобнее. Сейчас твои уши начнут вять, братишка. Да, а ты баты, да, сразу все про... Кстати, Димак с братком тоже два подряд раза за топ-1 завезли. Ну, они очень быстро учатся. У них... Про геймеры. Угу. У них просто капец. У них обучаемость очень высокая в этом плане. Запредельная, я бы даже сказал. Так, он говорит, нет, он не в армию ходил. Подожди, а почему у тебя год не был на ГГ? И почему ты вернулся? И как-то... Как? Что? Короче, на прем для начала подписывайся, чтобы частично хотя бы реабилитироваться. У нас тут за год, если ты заметил, новый сайт, между прочим, масса всего нового. Да, и смотри, какие крутые смайлики сейчас, ребята. Реклама премиума на Игоре ГХК, смотрите, сейчас будет. Сейчас я ему другой поставлю. Смотри, просто посмотрите на это. Просто посмотрите на это. Опася. А чё все такие однотипные? В смысле однотипные? Это все псы. Однотипные. Я не вижу разницы. Я поставил смайлик, не вижу разницы. Я пол сайта бобров вообще. Однотипные. Ладно, ну на ГГ всегда... Стримы поисковым у тебя однотипные. Есть что посмотреть. Вот, все, я поставил смайлик. Божественно, говорит 7DS. Вот-вот, другое дело. Короче, народа сейчас будет больше, я предлагаю в бункер. Хочешь бункер? То есть ты хочешь при X2 китайцев? Да. Пойти в бункер? Давай, конечно, Майкер, отличная идея. Я знал, что ты поддержишь. Там не все долетят, они не скоординированы. Ты ж помнишь, как они играют 4 на 4? Двое тут, двое там. Раз, два, три. Котопульта. Ну и смотри, где твои китайцы? Ну где они? Нет их. Ну топ-1, когда возьмем, я буду, знаешь, это... выеживаться, а пока давай тащить. Парашюты, да. Многочисленные. Где они? Скажи мне, где? Нету их. Ты прав, их нет. Так вот, бункер наш. Миш, нам нужно реально устроить Русио партизаны пуф-пуф просто. Ну, потому что получим и все, и будем партизанить. Против четверых будет очень тяжело. Так, ребята, мы играем в скваде вдвоем с Мишей на азиатском сервере. И, ну, то есть нас двое, а азиатов по четыре. Да. Welcome to the motherfucker hardcore. Hardcore это 1v4, но уже, да, посложнее. Мы почувствовали, что можем. Можем поборзеть немножечко, учитывая две победы да, подряд. Ну, кстати, да, вот у нас уверенности прибавилось, две подряд победки. Кстати, у нас это первый случай, когда мы берем две подряд победки, если что. Да. До этого мы брали только 4 подряд победки. Подряд побед. Да. Это правильно. Нет, машина. Места. Да, машина. Мимо. Это ты топаешь наверху, да, естественно? Да. Очень хорошо.
карточки нашел. Да, ребята, завтра будет The Search. Будем смотреть, что за новомодная какая-то... Хвалит? Игрулька. Или что? Не, ну, это соус-лайк, поэтому надо обязательно посмотреть. Соус-лайк игры все должны смотреть. Даже такой пососный, как Нио, и то прошелся хорошо. А уж как, каким пососом Нио-то был, боже мой. Кто до конца был пройден. Ну что, печку пропустил? Вот я жужжиц какая. Ну, там будем выходить, получается, да. Ворон сейчас тоже хорошо зашел, ну да. С пулом. Стримфест этих приходится вот этих вот всяких людей из других городов приимчивать просто у себя. А ты там все сзади, уже залутал, да? А, нет, не получилось. Да, все залутал. Ну там был проход, на самом деле. Нет, может там и не выход, а проход. Хотя маловероятно. Ладно, я за тобой иду. А сколько? Ну, как обычно, 19:30 на стриме. Ой, 18:30. Так. Я понял. То есть еще там есть место, да? Ты сейчас пошел? Не-не, все, там все залутано. Я пропустил большую аптечку. Пунечка, посос на ДС будет обязательно. Просто сейчас... надо... Сюда. Надо. Выходим. Да, давай. Че, круг нормальный. Единственное... Слушай, сегодня будет обнова какая-то на игру, или завтра ночью, или завтра, да? В общем, будет обнова. Да, там по физике до багульки. Ну, лайтовая обнова, короче, просто. А машина, не помнишь, на кратер уезжала или куда-то в другое место? Слушай, она, во-первых, была наверху надо мной. Очень сложно было сориентироваться, где я под землей нахожусь. Но, скорее всего, на кратер. Я к тому, что мы... Можем пойти чекнуть кратер, да. Давай попробуем. Ну, я машинку сначала чекнул, на самом деле. А потом уже от этого отталкивался. Но машины слева не примечу, не приметил никакую. Поэтому надо, наверное, пешкарусом. Пунич, я с тобой согласен. Вот полностью вообще. То есть ты готов на кратер еще повоевать, если что? Да. Но нам нужно убивать четырех и лутать их. Четырех лота будет много. Нет, не та логика, Игорек. Если один человек приезжает в кратер, он собирает столько же лута, сколько четыре человека, приезжающие на кратер. Ну, как правило. Ну, они пылесосят его быстрее, и нам не нужно будет их это искать. Да, но убить-то проще. Ну, как бы это лута, а все равно ограниченное количество, оно определяется не числом людей. И еще не поздно. Тачка. Тачка красная, дача стоит на 60 просто. А, для вижу, нас вижу. Шеллиган, здравствуйте. Что у тебя по эквипу, по прицелам? Броника нету, ты один шлем, калимашка, 60 патронов. Понятно, база то же самое. Хорошо, оставляем машинку или на фазенду с машинкой едем? Ой, давай на фазенду с машинкой, вообще хорошая идея. Я просто сомневаюсь, что надо реально к этим четверым бежать на кратер. Как-то это... Рискованный план, учитывая базовый эквип, который у нас есть. Поставил маркер синий. Они не обязательно могли ехать именно туда, но надо, короче, сейчас на фазенде внимательно посмотреть, открыто-закрыто. Соули, я не посмотрел его еще. То есть в хорошем качестве не выложили, а я не хочу смотреть Адольфа в пиратке. Нужен качественный перевод, Blu-ray там вариант, естественно. Так вроде закрыто, да? Стоп. По звукам да, что? Закрыто. Закрыто, хорошо. Так, тут дробаш. Ой, фу, блин. Это бронька, но я думаю, что тебе не нужно, потому что ты найдешь в любом случае. Ух ты, третий бронь. Так он клево выглядит. Фазенда это гарантированно крутое место вообще. Здесь всегда есть что-то, то, с чем ты можешь потом выйти просто и начать игру. Поэтому место такое крутое. Потому что каждый раз туда и летаем. Именно только поэтому, потому что здесь постоянно что-то есть. То есть здесь 80% high-level loot. Вот, по табличке, которая там гуляет в интернетах. И, кстати, она называется Ранчо. Если что, Guns Ranch, как-то так. Но у нас это все, это, скажем, фазенда. В
Второй. Интересно, что в комьюнити ушло наше название, Миш, если что. Да? Да. Приятно. Будет пупс в ЛГ, он ни разу не звал, вообще ни разу. Но если позовет, сразу же будет. Надо этого краба научить играть. Майкер же я научил, ха-ха-ха-ха-ха. Да, ладно. Ожидалось. Ты прав. Нет, 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 что-то. Так, что у нас тут? Ничего, прекрасно. Кар тебе нужен? Ребята, напоминаю, мы играем... что, кар? На мне кар. Третий этаж, угловая комната. Нет, кар не хочу. Я уважаю дробовик. Дробовик не... Да. Не подводит. Да. Вот, например, мы с чуваками встретились в лесу в прошлый раз, и просто два выстрела, парень отъехал издалека. Удобно, хорошо, надежно. Угу. Благо тоже сидит и ждет приглашение от всех. Я ему часто пишу, вот не надо. Я просто, мне уже стыдно ему писать. Потому что я всегда думаю, что он будет бояться, что я начну, что я буду его писать, типа, как дрельную корову, которую просто, типа, вот, дай зрителей своих... Поэтому я так стараюсь к нему редко обращаться. Вот Майкер написать вообще изи, потому что Миша такой сам плюс, гоу, все. С ним не надо долго обсуждать время, там, что заходим на какой-то вонючий Кёрос. Миша просто напишет гоу, все. Что погнали. Такое Кёрос? Кёрос — это аналог этого... Дискорда? Аналог Дискорда, да. А только твичевский. Сейчас его Твич выкупил, он называется Твичап, но он такой говёный вообще. Угу, по сравнению с Дискордом. У нас, кстати, баги рядышком здесь. Ну, хотя он не нужен, в принципе. Да-да-да, у нас дачка. Т2 шлема им просто уже обмазался вообще. Ладно, пора верить угловой дом. Алыч, я тебе намекал. Я спросил тебя, играешь ли ты в пупк. И ты сказал, что нет. Но теперь я понял, что играешь. Так что теперь позову, конечно. Коммерция и по фану сами, конечно, зрители довольны. Чокбор тебе нужен? Нет, спасибо, мне все. Хорошо. Икс хотя бы 2 есть у тебя? Нет, вообще ничего нету. Просто жесть. Ясно, ясно. Иксов не хватает. Я угловой дом пустой. У меня тут большая аптечка. Слушай, Миш, как тебе... секунду. Так. Как тебе женское имя Саша? Александра? Да, Александра. Ну, отлично. Вот, я тоже так считаю. Вот, Александра, спасибо тебе большое. Дай бог тебе здоровья. А что, там куда-то... Что с Александрой? Александра красавица, отличница. Учится на... Ты куда поехал? Я с тобой бегу, ответ меня. Угу. И почему баги, а не дача? Давай, поехали. Ну, так. Да, ладно, короче, давай. Ну, пожар. Дача просто бронирована. Так вот, она учится на физико-ядерщика, понимаешь? Да, я где-то слышал. А что твоя... Ну ладно, не важно. Добро. Я думаю... Так, Миш, ты что поехал-то один? Потому что это же опасно, мы играем против сквадов. О, машина. Это ты. Не опасно. Второй рюкзак, если нужен. Да просто это место такое. Я видел, что... Закрыто... Понял, что безопасно. Угу. Что это у нас тут? Компенсатор, здравствуйте. Ну, ничего, уже вырисовалось. У меня тоже, у меня сайга full grade. Только... Зачем сайга full grade? Миша. Ой, не сайга, господи, скар full grade. Миша, я нашел этот. Глушак? X4. Ну, отлично. А что, теперь китайцы отвалятся будут еще быстрее. Так, Ясная Поляна у нас отрезается, смотри. Я не помню, как мы летели, но Ясная была непопулярная. Да, мы летели вот так вот.
То есть на ясный народу минимум. Если там вообще кто-то mm-hmm. есть. Надо гринки собирать. На машинке будем, естественно, еще, да? Да, 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 да. Я подъезжаю на дачу. И ориентировочно mm-hmm. тогда вот сюда вот. В домике. Воу-воу-воу-воу-воу! Да. Экзибит, будь поаккуратнее, пожалуйста. Та-да-да-да-да! It's the motherfucker double G. Snoop Dogg! Да? О, машинка. Звук справа был. Ничего не слышал. Бывает такое, что ты проезжаешь мимо какого-то препятствия, и звук от тебя, mm-hmm. от твоих шагов, например, или от машины отражается, и ты его принимаешь за врага. Не, давай он в те домики, да, я помню. Да, да, да. Эти Vision, те, что проехали. У правых вроде все закрыто. Я думал, вот в эти мы идем. Ну да, 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 да. Нам сюда не надо. Поехали. Блин, их 4, а у меня 2 патрона только. 2 патрона? Тебе патроны дать? Ну нет, у меня это. Дробовик не зарядный. А. Тише. Кто-то топ, кто-то полз. Мне показалось, или кто-то полз? Я слышу только твои шаги. Хорошо. Ты в окна просто смотри перед да. тем, как... И все. Там, сидим. Так я думал, мы... Ну чё? Сколько у тебя пятерок, Миш? Пятерок 120 суммарно. Дай, пожалуйста, чуть-чуть. Прям во сколько насыпишь? Спасибо. Ладно, нет, я выползу. Потому что не верю я в то, что на горе кто-то будет. Кстати, если будут ехать в машине, то, может быть, имеет смысл даже по самой машине стрелять, чем пытаться... Да-да-да-да-да. Да. Только машина сама разбивается очень долго. То есть, надо, чтобы она была подкоцана уже. Полин спрашивает, не возьмем ли мы ее с фаночкой. Вот, Миша, настолько интересный эфир тебе не хочется сделать. Я все еще предлагаю, закидываю тебе идеи на... Нет, я не могу отказать фаночке. Как бы... Все, фаночка, и фаночка с тоже, поэтому, ну, две девушки, это даже лучше, чем одна. Никуша и Ируся. Никуша и Ируся. Какая прелесть. Так, ну что? Ну, Ясные Поляны должны оттуда и... Пламер. Дропчик летит. Насколько ты быстро можешь приджойниться ко мне сюда? Вообще быстро. Окей. Если скажу, тогда в этот. Чтоб на машину. Ага. Подозрительно тихо. Ну, правда, опять же, самолет пролетал так, что в Ясную Поляну. Вижу челики на НВ расстояние 2 км. Очень полезная информация. Ну, просто они там есть. Чтобы ты понимал, и они смещаются, они смещаются направо. То есть они будут бежать сейчас вот сюда. То есть вот они сейчас вот здесь. Угу, я понял. Сейчас будут идти вот сюда. Видел. Видел. Сегодня все рэпчные песни напоминают. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну все. Да. Сейчас вообще не задавай никаких вопросов, пожалуйста. Вообще никаких. Лесь, а можно дать тоналку, пожалуйста?
Спасибо. По-моему, она меня не услышала. Черт, я не хочу это повторять. Круг обновился. Круг пососный. Да, круг пососный. Сейчас челики и сосуды побегут обратно. Слушай, ну здесь дома вот эти хорошие, вот эти вот. Вот этот кластер. А, да, доехать туда, отличная идея. Давай, давай, Стигарь довезет. Ну, хорошо. Реально, как бы это посос, идея. Лучше, на мой взгляд, с севера идти. Там и гора, и... Ну ладно, поехали. Поехали, поехали. Ой. Так, бесконечность. Не писал, что я зову мамку. Да, да, бесконечность. Твою. Вот так вот, да, понял? Так, все. Дай, пожалуйста, тонал. У меня губы просто покрасить надо. У меня просто они трескаются и болят. Я не слышу тебя. Ну, короче, дай мне то, что помогает. Все открыто. Неудивительно. Готовлюсь штурмовать. Блин, капец. Да. Ай-яй-яй. Спокойно, спокойно, спокойно. Занос, все четко. Спасибо. Что так? Подъехал. Далеко парканулся? Да. Потому что там с другой стороны видно. Закрыто. Так, чекаем. Тут открыто. Дом открыто. Ну, заходи, заходи. Давай, да. Открыто, да. Открыто. Тут тоже открыто. А балкон закрыт. Подожди, не заходи, я чекну балкон. Там не лутано просто, там никого нет. Ну, скорее всего, только за углами, может быть. Чисто, чисто. Лег на балконе. Лег на балконе. Ну, здесь дома, правда, хорошие. Да, смотри с рожка направление. Там едут. Мимо, мимо, вазик. Через мост. Вазик. Проехал дальше. Лучше смотреть этот... Короче, зад. Ты можешь... Да. Посмотри, там есть еще выход на третий этаж, там вроде кавер неплохой на третьем этаже. Там, на третьем этаже, там здесь это, с ХГ, вот с этого, которая находится на S, на N, точнее, там вообще просто все видно полностью. Хорошо. То есть там вообще посос. С каким вкусом, я не знаю, с каким оно вкусом. Клубничка. Помнишь это эту рекламу? Ichiban, lipstick for men. Нет? Откуда? Но... Ichiban. Lipstick это, for men. Это, по-моему, это из... не знаю откуда. Не Джо, помню. Джо, Джо. А, точно! Блин, я думаю, что-то знакомое. Да. Добрый вечер, кукушка. Привет. Это гигиеническая помада, а не тоналка. Да? Ну, короче, я же не знаю, как правильно она называется. Поэтому сказал тоналка. Но гигиеническая помада, видимо. Челики бегут в круге сейчас. 165 очень далеко. Да, там стрельба как раз. Они как-то супер пососно бегут вообще. А сколько их там? По 3, по 4 уже? Видел одного только пока. Второй вот бежит. Они вообще в дерьме. Круг обновился. Только одни дома и маленькая будка. Предлагаю будку. Вот эту. Подожди, а зачем будка, если можно тут под ХГ встать у моста сразу через дорогу? Камни, ну, какие-нибудь? Давай, там, или... Тогда ждем. Просто ждем, нам ждем. Недалеко реально бежать. Потом вжух и умерли. Я валяюсь с тобой. Окей. Или не валяюсь с тобой, нет, подожди. Еще не выгодно валяться с тобой. Да-да-да, вампир, это оно. Да-да-да-да, вампир, красава. Привет, Лисана 851. Это называется, если с женщинами давно не общался. В смысле, с женщинами давно не общался. Я
На какую тему я должен пообщаться с женщиной, чтобы различать тоналку и гигиеническую помаду? Вот. Подозрительно тихо вокруг. Мы с одной стороны очень тихо, очень близко. И вид шикарный. А никого нет. Так, и теперь смотри, внимание, сейчас вообще очень-очень весело. Сейчас браток пишет: привет, стратег, возьмете? Вот так вот. Вот. Нет, уже все. Повылезали, да, под вечер? Да, повылезали. Да. Паш, если ты слышишь, есть только девочка одна от колется, тогда тебя возьмем. Мы берем вот только девочек, ну, как бы, сегодня. Ну, Паша на каком-то из этих, да, на каком-то, да, по-моему, из дачи, из КДТВ, по-моему, было дело. По-моему, был, его, по-моему, переодевали. Причем, да, что-то припоминаю. Значит, подходит. Но, в общем, и все, пока Фаночки и Полин обещали. Так, закидываться смысла не вижу пока, да? Потому что тут 3 миллиметра. Да, меня больше информации беспокоит. Где враги? У нас 24 человека, видели, а... Мы видели людей, но... Но топ-топ, купи-купи. Угу. Ну чё, пойдём. Чё сидим? Давай. Блин, надо будет ещё реку переплывать, да? Да, но тут недолго. Справа стрельба. По нам лупят? Нет, не по нам. Не по нам. Это справа на 30 стрельба, судя по звукам. Мы все равно не уязвим пока в воде, так что. Это да, но меня беспокоит, что там не будет нормальных каверов именно с этой стороны. Ладно, давай под ХГ. В этом и был замысел. Спину, Миш, спину. Что спину? Смотреть спину надо сейчас. Лечь, опа, смотри. Близко. 240, короче, вон там вот. Да, мне его смотнули. 4 человека, Миш. Короче. Ты знаешь, это называется. Есть такое, как короче. Как мы их пропустили, скажи. Я туда смотрел, там не было вообще никого. Чуваков этих за мостом. Может быть, это те, которые на машине проехали, остановились, подошли по-тихому. Может. Так, Ира и Полин, заходите в Дискорд мой, и я вас закину. Так, а есть они у тебя в Steam френдах? Должна быть Ира и Полин. Должна быть. Ты сможешь зайти? Потому что... Ира вообще, по-моему, мой первый друг в этом. В Steam. Так. Сначала надо с ними голосом созвониться, потому что... Да, нас быстро уделали, ребят. Прям вообще быстро. Причем мне прилетело уже после того, как я оказался за... Ну, про четверых, конечно, ошибок вообще нельзя допускать. А так мы прям на открытое место, считайте, для них были, потому что они были на этом... Так, Ира и Полин, в любой голосовой чат моего Discord. Заходите, я вас закину. Полин и Ира, мы вас вызываем, пожалуйста. А, вот Фанка зашла. Есть. Ируся. Здравствуйте. 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 А мы тут ждем. Как дела? Как дела? Нормально. Я убил сейчас двоих и нашпиговала попку Полин. Интересно. На стрим, который смотрят... Сколько там мейкеры, не знаю, смотрят? Я... 1400 человек говорит, нашпиговала попку Полин, не было не самой лучшей идеей. Простите, я замолкаю. Не знаю. А где Поляшка? Сейчас она подключается к Дискорду. Угу, подключается.
Зато сейчас будет повод сказать, я мечтался сказать эту фразу с подключением. Вот, и сейчас я ее скажу. Да, ребята, знакомьтесь, это Ирина Фанка. Это наш коллега, тоже стример. Ее стрим, я думаю, сейчас модераторы сейчас прокинут на Твиче. Вот. Ну, она сейчас, по-моему, не стримит, но... Или стримит? Фанка стримит? Фанка не стримит, понятно. Так, а что у нас Джус стримит? Какую-то новую игру? Платформер? Так, давайте пока Фаночку подключим к складу в игре, чтобы время не терять. Да. Ира, выходи из пати с Полин. А, у меня все есть в пати, короче. Класс. И Полин, и Фанка. Ну, благо мы там уже общаемся. Фиг знает сколько там уже. Полин с когда-то вообще 4 года назад. Нет, какой? А сколько? Полин на СК2 ТВ, наверное, года 2. Да? Уже да. СК2 ТВ года 2 как нету. СК2 ТВ как год нету. Ну, с Олесей живу уже 2 года. На секундочку. Ну вот, и тогда. Ну, и за 2 года до Олеси был прайм-тайм, который был с Полин. Чик. Интересные у тебя вехи в жизни. Я, да-да-да. Олесей и прайм-тайм. А прям знаешь, выпускной и детский сад. Ну, там еще было пару событий. Родился... Жил и умер, называется. Хорошо. А где Полон? Полин. Полин. Почему ты знаешь ее Полон? Полин. Так Полынь. Я не привык. Никнейм. Скоро привыкну. Полин. Полин, да? Полин. 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 Так это даже на школе. Полин. Можно я сейчас отойду прямо на 5 минуточек? Мне я с мамой быстро... Не, я с мамой переговорю. Маме, привет. Хорошо. А, слушай, Полин перевез как пыльца, поэтому у нее везде эти пчелки, а? Да, с подключением. Ха! Ник, зайди в любую комнату вообще. Я ей написал, чтобы она в любую комнату зашла. Сейчас, я прям 5 минут. Игорёк, главное... Я пастиком. Учитывая... Я даже запускаю эту игру. Да иди уже. Игорёк, учитывая то, как быстро девушки реагируют на все, ну, ты понимаешь, да? Насколько они готовы и быстры. Это будет очень весело. Да, предлагаю. MR.подчеркивание, а вы поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает. Стрельба донатами. Отлично, спасибо. Можно я сегодня буду называть пыльца? Дыщ, да, как тебе нравится. Меня как только не называли. Мне Полина и все время. Бах-бах, тарах-бах, 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 бах. Ну, неправильно. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. Так, что, все, это... Лазер пошел, пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу, да, пи-пи-пи-пи-у, ракета ви-и-и-и-и. Кто-то сейчас передает свои жизненные. Вот, родился, закончил школу, закончил институт, подписался на Игоря. Вот так, да. Неплохо, неплохо. А, хорошее достижение, вы знаете. Так, мы ждем... Мы же ждем Фаночку. Я просто, Игорь, хотел договориться. Ты постарайся не гореть. Раз уж ты горишь, когда мы с тобой вдвоем проигрываем. Нет. На девчонок не горю. Не горишь, понимаешь? Да, на девчонок? На девчонок хорошо. Не горю. Я что, Фроск, что ли, чтобы бомбить? А как у нее сейчас? Она тоже вроде начала играться. Она играла сегодня с этими девчонками, и у нее пукан нормально так взлетел. Это не из-за девчонок, у нее просто игра лагала. Да, у нее тормозит игра, ей нужно стримить Battleground в квиксинке, тогда у нее будет нормально. Халскрим, здравствуйте, Ебейся, здравствуйте, всем привет, всем радости, всем здоровья, не болейте ни в коем случае. Да, мистер Хэви, спасибо тебе за саппорт креативный, расстрелял там все. Так, ну да. мы ждем Фаночку с мамой. И Руська. Ника, вот как тебе, скажи, вот этот путь с участника прайм-тайма на СК2 ТВ, вот сейчас ты уже достаточно известный стример на Good Game, вообще, тебя все знают. Очень. Нет, ну как, я вошла в какой-то ритм стримов, тогда прайм-тайм это было очень стихийно, с большими перерывами, после него я и стримила что-то, но редко. А потом начала более регулярно, и теперь да, просто ритм, уже... Да, ритм это хорошо. Да, да, это здорово очень. Так, сейчас, секунду. Пш, Ирина, нажми кнопку play, пш. Пш, нажала просто... давно, пш. Ну, а тогда кто не нажал? Я не знаю, кто не нажал. Ой, Бобёрыч, ну ты вообще, серьезно? Изи.
меня вообще-то Михаил ждал, а вот ты нет. В смысле? Я знал, что ты придешь. Куда? Как это куда? К победе? Миша, это челлендж. Нам нужно взять топ-1. Слушай, это сейчас будет сложнее, чем мы вдвоем против сквадов играли? Или легче? Да. Такой вопрос. А вот сейчас Миша и узнаем. То есть это, может, надо будет бегать, поднимать кого-то. Да-да-да. Или... Да бросайте, если что, бросайте. Ну, сейчас мы хотя бы научим их нормальные места для лута выбирать, потому что у них с этим проблемы большие. Я, кстати, против подъема персонажа. Я сразу бросаю и убегаю дальше. Вот так. Отлично. Вот кем я играла. Нет, Хуба же, она не просто не поднимает, она меня расстреляла. Да. Да. Не, будет точно интересно, друзья. Будет очень интересно. Так, третий тоже топ-1 взяли? Нет. Между прочим, я сегодня соло затащил до топ-4. Ага, ты сидела, посмотрела на дверь, что ты там затащила? Все там, все так начинали, чего ты, Игорь? Да, мы тоже так делали, конечно. Сейчас будет неприятный момент, девушки. Вами будет командовать Игорь. И надо, да, и надо его беспрекословно слушаться. Вот. Бежим, смотрим, стреляем, убиваем, лутаем, двери закрываем. В общем, все выполняем, что Игорь захочет. Любую его прихоть. Угу. Скажет лечь — ложитесь. Господи, какой. Скажет сесть — садитесь. Ну, как бы все логично. Звучит как план. Да, только так и можно выиграть. Давайте сразу сюда. Тестовая. Сюда? Раз, так, два, кнопка, три, поехали направление. Вылетаем, поехали. Все, летаем. НВ, голова вниз, максимальная скорость, потом корректировка. Да, сэр! Так надо отвечать? Как хочешь, Ир, так главное делай. Да, можно не отвечать. Я делаю. Так, ходим парами, давайте тогда, я тогда спойлен. А что это ты спойлен? А чё это ты с полем? Я с панкой, ты с полем. Ой, смотрите назад, сколько парашютиков на эти падает, господи. Какие китайцы. МСН, МСР поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает. А-та-та-та-та-та-та. Пыщ-пыщ-пыщ-ло-ло-ло. Жух-жух-жух-жух-жух. Полин, возьми домашек, который вокруг, я возьму двухэтажку. Ай, побердай. А мне с кем? Ай, побердай. Нет. Ай, побердай. Лутай, что видишь? Ай, побердай. Просто не надо здесь бегать вместе, потому что никого рядом нет. Поэтому лутай, что видишь. Бери, что есть. И все. Ну, это понятно. Так, отлично. Отлично. Ну, УЗИшка уже у меня есть. Ну, все. Это... Можно поесть. Почти топовая штука. Так, хорошо. Так, если мы будем говорить по направлению врагов сразу, вы же будете понимать, да? Да-да-да. Да. И как только вы что-то видите, начинайте сначала с циферок, а потом уже говорите, что там. Человек, машинка, самолетик, дроп, неважно. Лут. Сначала цифры, а потом побежим. Ну, в смысле, потом... Ну, в общем, понятно. Ой, хорошо как. Чё за так? Хорошо-то как? Ну, действительно хорошо. Ну хорошо же, да, Миша? Хорошо же. Чё-то нам на фазенде нифига не хватит. ПХ нашла. Ничего себе. Нормально. Постепенно наберем. Себе Миша. Пока оставь. Мне некуда, у меня УЗИ. Угу. Там где сейчас? Ты серьёзно? Нет, это на этом. Сейчас, ребята, мне нужно отойти, мне кто-то соседи дверь сейчас чек. А ты открываешь в таких случаях? Странно. Окей. Я тут домик на холме нашла. А, да, есть такое. Оттуда хороший вид с балкончика. А, ты его лутай, конечно же, и смотри вокруг аккуратненько. Мне М4. Точнее, М16. М16 это прекрасно. Бери ее, ну, и используй. Такое. У меня карна без прицела. Если есть слоты, берите так, все оружие, что только попадается, вместе с патронами. Ну да. Молодцы. Потом расскажу. За капремонт, короче, забей. Тут рюкзак из первого уровня на верхнем доме.
Хорошо. Я за машинкой пошел, там у нас круг не очень хороший, надо будет перемещаться. Давай. И быстро. Я немножко приедрился. У меня калаш есть, если надо кому, возьмите. Возьми свободный слот, справа. Если есть возможность. Нет, свободного слота нет, к сожалению. Прекрасно. Ир, есть? Нужен калаш, Ир? Нет, у меня М-ка и УЗИ. Ок. Я возьму. Вместо УЗИ можно. В втором этаже? Ну ладно. На втором этаже направо. Рюкзаки есть где-нибудь свободные? Да, есть первый уровень, где я нахожусь. Я не знаю, как это... Ну, я чуть подальше от вас. Так. Могу захватить собой своего. Я понял. Стример не платит за капремонт? Платит. Стример платит налоги, платит все вообще. Долги, которых я не беру, кстати. Ого, как Михаил далеко ушел от нас. Он за машиной пошел. Там на втором этаже, да, Ир? Да. Круг пососный. Это да. А вы прям прям готовы уже ехать? Просто я тут рядом с машинкой не показал. Ну, у меня нету каски и... Ага. Каски на двухэтажном здании ходишь, поднимаешься и налево. Да там сейчас, скорее всего, Полину возьмет тебе. У меня дефолт и патрончиков много, пятеркам. Так, угловые все дома залутали здесь, девчонки? Понял. Смотрите, есть внутренние дома, есть три угловых дома. Вот ты была на первом угловом, а тут еще два таких же дома есть на внешней стороне. Один на 210, второй на НВ. А, их я не лутала. Понял, все. А я когда уже вышла, там они уже были все полутаны. Опять 56 нет ни у кого, а то у меня 60 патронцев. Я тебе дам. Этого на первое время хватит. Нет. Йо, пёс, привет, Дэквот. Так, я еду к вам. Потихонечку. Игорь, ты выбирай пока место, куда мы двинем. Уже выбрал. На побережье поедем. Хорошо. Так, выходим ориентировочно в сторону Игорька. Поехали. Справа там, ну, короче, да. Опа, стрельба, полон. Простите, это я. А ты? Твоя. Нандао. Вот да. У меня уже сердце в пятке. Так, карета подана, ребят. Миш, дай я подвезу, пожалуйста. В смысле, а что не так-то? Не, если в порядке, просто я... пересаживаться... Так, мы... Полон, выходи, ждем тебя, скорее! Бас вызывает поле, пш! Все, понял, мы едем, короче, ты опоздала, все. Добежишь. Так, у кого по пушкам, скажи сразу по патронам. Ир, тебе нужны патроны? 60, да. Ладно, перегонись туда. В магазине 30... Ну, хватит. Квадрат хватит. Ну, еще УЗИшка есть, в принципе. Она там мало заряжена. Это будет весело. Мне больше первоначальная точка нравилась. Первая. Или ты сначала хочешь сюда, а потом нет, дальше? Нет, это я туда, да. Окей, да, потому что там правильно. По горе там, вообще. Ир, что делаешь? Кручу камеры и смотрю. Ой, вообще умничка. А потом что делать будешь? Прям делаешь то, что нужно. Опа, баги, их двое всего лишь. Прямо попробуем. Нас. Так. Стреляй, вылезай, стреляй. Не надо вылезать. Да, вот так вылезать, стрелять. Ну вот, да, вылезай. Ну, все, еле-еле, забейте. Дальше. Нормально, гангста. Почему мы не остановились, я не могу понять. Да. А зачем нам? Игорь, нас четверо. Мы взяли, у нас X2 просто и все. Да. Да. Не хочешь развернуться, Игорь? Ну ладно. Нет, ребята. Он показал свою власть. Кто здесь главный? Как же лагает. Ой, бомбежка еще. Ладно, хорошо. Постреляли. Мотоцикл! Не-не-не-не-не, забудь. Забудь про это. Второй мотоцикл! Третий, смотри, еще впереди. Где? Сейчас увидишь. Смотри, вжух. И вот он. На УАЗик меняем. Мы можем сюда на мотоцикл. Нет, на следующий. Следующий может бронированный. Нет. Это плохой был. Это тоже точно? Плохой.
Тоже плохой, да. Откуда столько машин здесь? Здесь... Это дорога. После дороги всегда много машин. Я не знаю, мы как после какой дороги не пройдем, там пусто. Да, нам не везет. Еще мотоцикл. Так, окей. Чем каменное побережье, что может быть лучше? Да, на смерть. Игорек, я предлагаю по схеме 1 плюс 3, один стабильно, палит в стороны разные. Трое лутают, потому что мы да, сейчас... Да, 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 я буду, который будет один. А тебе X что... передали, добрые девушки? Мы нашли, что ли? А, X2 я могу отдать. Не, X2 не надо. X4 был. X4 было? Не, X2 был только. А, я понял. Дроп SV, кстати. Не так далеко, между прочим. Он в океане. Хорошо. Выходим. Вроде не лутано. Так, если будет для Виктора что-нибудь, вертикалочки интересует в первую очередь. Угу. То... У меня есть увеличительный магазин для своих. О, у меня есть. Я выкидываю. Для Виктора. Отлично. Спасибо большое. Интересует аптечка. А у меня есть две. Нет, но пока вас не будет слишком, не говорите. У меня есть одна аптечка и 5 бинтов, в общем-то. А, у вообще меня 10 бинтов и 2 аптечки, могу дать. А если кто найдет модули, найдет магазины там, или вертикалки, или угловое, то я возьму. А мне каску, если вторую увидели, рюкзак второй. Также. Ничего себе. Миш, я ничего не вижу, если я что. Я понял, нам в любом случае надо двигаться дальше. И, скорее всего, пешкарусом. Там будет вышка, если помнишь. Сейчас круг посмотрим, какой будет. Потом посмотрим, пешкарусом или нет. Вот в чем соль. Так здесь... А, тачка. Ок. Тачка? Где? Нет, я говорю, тачки-то у нас а, есть. Окей. Так. А вот тут есть угловой цевье. Бери. Угловой цевье нужно для одиночных выстрелов на винтовке. То есть одиночный выстрел не удачный. А. Полный красавец, не стой вот так вот на холме. Ты потом присядь куда-нибудь или за дерево встань. Я в кустик тогда. Спасибо за ход. Хорошо. Да, у меня нет совсем аптечек. Бинтов аптечек нет такого. Тут на канале было 120 час. Что? Тапок, что ты пишешь? Не могу понять. А круг через несколько секунд скрутится и решим дальше что делать. Груич, привет. Привет, Сладжи Джейкс, рад тебе. Что-то в домике пососные, нет ничего. Ну это пососные дома. Да, не для лута, они скорее так. Тут машинка спала. Они у них позиция хорошая просто. Дорога. Мы дальше пешком пойдем или на машине? Нет, пока непонятно. Ждем вот. Сейчас по кругу вопрос будет. Если круг будет вот в этой зоне, то остаемся, а если тут, то едем. Я тут холмик на НВ смотрю. Да лутайся ты, господи. Да мне там нечего. Тут нет ничего. Что лутать? Чем мне там лутать? Угловушку принеси тогда, ну. Сказал, надо, себе возьми. Ладно, я побежал, Игорек, в этот, в дома соседний. Смотрю, лутано, не лутано. Лутано. Круг наш, но позиция мне наша круг не наш, нравится. Очень наш. Так. Ир, давай передашь. Иду. А ты что, без шапки ты ходишь все еще? Так нету. Я не верю, что нет ни одного шлема, лол. Полин, ты нашла хоть один шлем? Да, первый. Где? Сколько их было? В самом начале нашла. Там лежал один. Так, к Михаилу выдвигаемся, машина больше не нужна. А давайте ее расстреляем и взорвем. Нет, Ир, мы привлечем слишком много внимания. Но зато никто на ней не поедет. Вперед, Миш, давай. Там лутно, да, говоришь? Да. Первого, ну пойдем дальше туда. Ну, я не вижу смысла дальше идти, вот именно в том направлении. Ну, может, увидим кого. Ну, хорошо, если постреляться, то ок. Просто нам либо в этом доме сидеть надо было в нем, но там как бы просто сзади ничего не видно, а тут... Я предложил к мосту идти. К мосту? Так это в другую сторону жило. Да. Нам на центре круга. Ну, зато там вид хороший. Там пострелять можно. Вот это хорошее здание, вот прямо, которое перед нами, В на В. Там ангар видно с двух сторон все. И можно смотреть на этот на подъем. А ты не хочешь в эту вышку подняться и со второго этажа палить? А здесь, кстати, не лутано. Вот я про то же. Кажется, хотя нет, двери открыты дальше. Может, тут частично только не лутан.
А здесь кто-то либо есть, либо... Пойду, ну, короче, вот в этот ангар, это наше прям место. Вот в нем затусим сейчас. Окей. Иду. А, здесь открыто. А здесь, хотя бы первого чисто. Уровня касочку. Ну, кстати, здесь можно чисто. Пробежаться здесь. Здесь, кажется, никого нет, и каски первые можно найти. Должны быть, да, гарантированные. Есть, 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 вижу, вижу, вижу. Какой-то левый. Он ног. Спит, но... Молодец, молодец. Я не успел среагать. Я не поняла сначала, кто это. Так, да, подождите, я туда наверх. В дом, забегайте. Я возьму тут, как бы, патроны. Да, если касочка будет, касочка то есть, возьму. Нет, пожалуйста. Нельзя ее брать. В дом забегите. Да иду, иду. Это не дом? Это я сзади. Это не дом. Пробегай в другое место. Как не дом? Вообще, учитывая то, что мы товарища одного... Подбрили, да, да может... должны быть остальные, вот ты соль. Я про то, что может быть мы... А что у него было-то? Лутанули его? У него неплохо было, у него М-ка были, патроны, пятерки, семерки. У него могло уже не быть никого больше. Нет, он нокнулся. Не, он если, нок... если человек нокается, тогда у него есть компаньончик. Короче, я вне дома смотрю по сторонам просто за этим, за забором. Ага, да. Я смотрю на Е. Да, смотрите там тогда, я тут сижу. Молодец, что заметила, красава. Да, да. Как бы я тоже сначала я его не... принял за своего. Да, я поэтому и долго стояла, молчала. Если он тебе предлагает взять коллиматор и жилет. У тебя есть там коллиматор и жилет? Ну, у чувака, которого убили, коллиматор и жилет. Да. Тихо. Это я топаю. Машина показала свет. А у парня шлема не было? Или пробитый глаз? Был шлем. Ну, так и роди, иди, если шлем у парня. Да, с трупов не снимаешь шлем, я шлем. Не, ну подождите, где тогда получается это? Так, вы из окон как смотрите? Лёша же, да? Лёша, да. Ну вон Фанк всё умничка делает. Ну Фанки же это, муж играет, так что он подскажет ей. С криками Днина? Так, а он бежал, получается, с машина в, вижу да? на Е! Пропала е? Жигули за горой, да. Далеко, видимо. Ну, забей. Нет, она рядом была, вот за холмиком вот этим маленьким. Но она же проехала, скорее всего, на СЕ ехала. Да чё вы так все, ты уже уехала, что я же я понял. Так это? Смотрим. Нет, тут просто ко мне Игорь прилёг. А, это не... Сейчас на это. Так. Я прилегла. Игорь прилёг. Ир, куда смотрит Фомич? Ир, подойди сюда, пожалуйста, Ир, подойди сюда. На секундочку, прям просто подбеги. Вот просто, солнышко моё, смотри, что лежит. Трупы снял? Да, конечно, принес. Да нет, он там лежал. Я думала, ты уже давно со шлемом. Ну, просто вообще ничего не видит. Я даже туда не смотрела, в твою сторону. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Чего так, переживаете? Так, тут сейчас арт-обстрел будет, да? Ну, нет, на границе. Вы же в домике, чего вы переживаете? Просто к окнам... После окон нельзя. Да, чуть подальше от них просто. Я вот подальше от окошечка, пожалуйста. Ну, я никого не вижу. Ну, я еще, может быть, может, двери закрыть в дом? Нет? Да. А, нет? Входные, конечно, закрыты. Да, у нас входные открыты почему-то. Закрывай. Я закрыла, все. Хозяйственная. Да. Киса, прекрати писать. Меня беспокоит этот товарищ, точнее его оставшиеся друзья. Один, да, чуваки непонятно где. Но это может быть, знаешь, это может быть чувак, который зашел с соло в этот да. и один гуляет. Ну очень, ну он так же бежал, ну он вообще никого не смотрел, то есть он не ждал никого здесь. Мы в круге ждем всех отсюда, ребят, ну, вот мы в круге ждем отсюда. Сейчас, Ир, давай меняемся местами. Ой, прикольно как будет. Так я, наверное, пожалуй, на вышку пойду, там вижен лучше. Нет, не лучше вижу. Да, давай, нормально. На вышке я будешь спину. А что мне смотреть? Тише. Что там было, что там? Машина на S послышалась. Залезай вышку. Вышку залезай, просто залезай вышку, а то будешь видеть. Хорошо, ладно. Я просто ты сказал, я возвращаюсь к вам, думал. Опа, стрельба, НЕ. Стрельба N. На NG. О, нет, левее даже на N, действительно, с горы. N.
Просто забегай в эту. Да, я забегаю, забегаю. Просто я забегаю в вышку. Правильно все? Да, да, да. Кстати, круг нас это. Хорошо, все скрыто. Нормально. Ну, пока что норм, да. Пока сейчас, да. Это сейчас. Нанобот, привет, зайчик. Ну, глюк, привет. Нот глюк. Потом мы будем по открытой местности бежать, да? Игорь, нет, там под ХГ, там под ХГ, пойдем через дорогу под ХГ, там будет, и там у нас будет закрывать ХГшка. Вышка плохая идея, Игорек, не видно тех, кто подбегает. Нормально съем. Я тебе, ну я в спину, ты будешь в спину выбегать. То есть, если не буду штурмовать, ты будешь видеть их. Зато ты видишь дом с левой стороны и с правой стороны, вот что соль. Я его и так видел, в общем-то. Ну ладно. Буду метаться. Так, где же челики этого чувака? Мне кажется, они в дальней части этого же города сидят, просто и все. Возможно. Какие-то не очень пассивные. Получаются. Окей. Слева нинья челики далеко. Да я в курсе движений, но что я сделаю с красным коллиматором? Слышим стрельбу. Надо было вам 2х отдать. Да нет. Как дела? Кто в пати? Миша, Майкер, вы знаете уже, Фанка Ирина, это тоже наш коллега-стример, и Полин Вероника, тоже наш коллега-стример. Ссылки на их канал, я думаю, что модераторы могут кинуть. Если не стримят, не знаю, Полин стримит сейчас? Вижу, человек ползет нет, у меня на Е по полю, и по нему стреляют, я бы ввязался. Лупи, конечно, ты супер сейф. Я не могу стрелять нормально из той позиции. Маленькое окошко. Ой, близко. О, стой, Миша! С. Это на С, чувак, очень по ним рядом. Миша, сейчас между двух огней, давай к нам. Так, теперь 255. Так, ребята, девчонки, сейчас внимательно. К вам иду. Там действительно... Ира, оставайся наверху, Полин, поднимись на второй этаж. Смотри, хорошо, смотри я думала е. Здесь дверь контролировать сейчас. Смотри да. На Е, смотри на Е, смотри на Е, я тут посмотрю. Это я топаю, не переживайте. Еще сзади да, стрельба да. Неплохо. СВ стрельба. Короче, вокруг нас. Из СВ чувак с кара стреляет по тем, кто пал на берегу. Я даже не знаю, откуда он там может. Успокоились. Кто-то умер от падения. Сейчас чуваки, которые были на берегу, они сейчас... Да, прекрасно. На СЕ где-то и С. Я бы туда вписался, конечно, блин. Хочется. Миш, там много команд, Миш. Ну, откуда мы знаем? Может, это остатки там перестреливаются, чувака одного. У нас просто по дропу беда. У меня, по крайней мере. Ир, твой муж мне стрим ломает. Чё? Твой муж ломает мне стрим. Все, перестал ломать. Он только что ресабнулся на 3 месяца. И такой, песики. Так, С-стрельба. Круг сомкнулся, круг обновился. Да. Будут бежать на нас, но у нас нет... Ждем. Опа. Ждем. Ты уверен, что ждать стоит, Игорек? Ну а чё, мы их пропустим и убьем в спину. Ты уверен? Да. Ну так там до круга бежать 2 квадрата, это 100 метров. Но он будет быстро сближаться. На 210 где-то вот СВ. Да-да-да, стреляют из чего-то, снайперского. 100 метров пробегайте за 10 секунд в этой игре. Я переживаю сейчас за вот... Ник, ты смотришь, да, Е? Все отлично. Да, смотрю я. Ирис, кого видишь, не стреляй вначале. Ну да. Потому что нам да, выгодно, нам выгодно скажу, чуваков конечно. С пропустить, да. Пропустить, угу. Они все еще перестреливаются? То есть там кто-то живой в обоих тимах есть? Да, да, да. Там труп не было. Ну, сейчас их будет жать, они должны на нас выбегать. Их сейчас будет жать, да. Должны, да, но пока никого. Рано. 165. Да, 65. Там же. Тихо. Что такое? Что случилось? Я траву слышу. Так. Да ты что? СВ стрельба. Да она там давно. Это все. Ну давно, недавно, но чувак стреляет с зумом. Потому что он очень далеко стреляет. Да не, они недалеко, Игорек. Они на берегу стреляют. Не, в смысле, они стреляют, типа, у них цель далеко. Их цель далеко. Они стреляют с зумом. Как ты определил? Закидывайте больки, если есть. Нечего.
Нечего, да, ни аптечек, ничего. Страшно. Ждем. Топ. Это Миша. Это Миша. На Н где-то. Да, это нас не интересует. Ну, то есть это нам нужно береговых товарищей увидеть в первую очередь. Так, там пошло сужение, но пока никто не бежит. Ника, спускайся. Вы же не увидите в окна, вам спускаться надо. Ир, спускайся, да. Хорошо. Бегут, 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 Миша, бегут. 175-200. Ну, я понял. Выходим из дома, все. А, вижу их. Стреляю? Выходим из дома. Да, стреляй. Ай. Девочки, за мной. Идем, идем. Миша, мы убегаем, Миша. А, я понял, вижу вас. Ну, короче, сейчас фланга нужно снимать. Да? Сейчас тут фланга. Вот сюда прямо пробегаем, и здесь будем стреляться, девочки, вот здесь. Стопнул одного. Где-то 345-15, по-моему, этот. Справа стрельба еще, с горы. Справа стрельба, да. Нам нужно на берег, ребят, Да, в подлесок на берег, ребят. Кто-то с глушака лупит. Слева причем стрелять, сзади. Беги, Вась. Ребят, к нам, ой, в смысле, девчат, к нам. Девчат, давайте быстрее. Бегу. Сейчас будем принимать чуваков с... Прям по курсу стрельбы. Прям под ХГ, прям под ХГ валяется здесь. Он стрелка в другого. Вижу его. Ай, в меня попали! По мне! Бегите! Я ползу. Блин, я не вижу третьего. Где четвертый? Бля, еще один. А, вот он лежит. Убил. Отлично, все. Поднимайся. Так, по мне стреляют. Слева стреляют. Твою налево, стоп! Прячемся, лечимся. Ник, попробуй мне. У меня ног налетел. Да, поднимаю. По мне... Все. Блин, сейчас повезет, не повезет. О, быстрее. Нужно поднимать Игоря. Разложись. Игорек, лечись. Да. Так, я поднимаю. Ник, ложись. Ника, сядь! А, нет, все нормально. А, все? Нормально. Можно меня поднимать? Нет, да, ой, извиняюсь. Ага. Я думал... А что мне не получается поднять? Я поднимаю. Поднимаешь? Опа, стрельба еще. По духам прям. Стреляют со стороны будки где-то по звуку. Слева? Нет, прямо по курсу, 300. Поднял. Лечится, я пошел к будке. Я пошел к будке решить вопросы. Вон он, за будкой два дерева. Выглядывается из-за одного из них. Короче, прикрывайтесь будкой, и все будет ок. Блин, там сейчас справа лупят. Какая же у нас херовая позиция. Это да. За будкой два дерева. Вижу его. Очень попал по нему, хорошо. Я в будке хилился. Убил его. Он сразу умер. Больше никого не будет. Спасибо. Проходим к Игорьку. 20 секунд осталось. Быстро залутайте чуваков и возьмите максимальную медицину, сколько сможете. По патронам ничего не надо. Блин, патроны и семерки есть? Да блин, ну... Тут я, наверное, уже не успею ничего лутать. Кто-то по мне стреляет. Я ухожу. С горы, Игорь, не подставляй спину. Стреляют с 15-30, вот так вот. Как-то. Миша, круг сужается уже, все, надо бежать к камням. Ага, вижу. Да мы близко, чего ты переживаешь-то? Чувак лежал неплохо, сейчас может у него икс есть какой-нибудь. Так, тут аптечка. Дроп, может быть, у него был, действительно. Икс, хорошо. Есть икс? Семерки есть там у него? Семерок нету, есть девятки только. Опа, сзади, сковорода спасла. Направление с S. S. Понял. Где-то так, хотя, блин. Блять, здесь никого нет. Сейчас выбежит, значит, из-за зоны. Выбежит из-за зоны, да. Вот смотрим, сучок, а. Дроп не чекнули, да? Бинты... Нет, до дропа не дошли. Я пошел, чек ту дроп. А, он умер за пределами зоны. Так, стрельба справа сзади даже. Слева. Блин, да что ж такое? Я не понимаю, откуда. Тут М24, хорош, беру. И слева стрельба. Вижу, далеко. Нужны семерки. Блин, ну попал разок в этом. И сзади еще... Да я не пойму! Твою налево, ну откуда? С двух направлений, короче, стреляют. Нафиг надо, я падаю. Да. Пробуем. Я вижу одного только, кто стреляет. Второго не вижу. Я пока вижусь. Так, по мне стреляют. Ага, так, сейчас будем поднимать. Надо хотя бы одного того дальнего. Короче, он на 300. Ты видел его? Там мне тоже кажется 300. Нет, еще не видел.
Даже вспышек не вижу. Далеко на 300. Он очень издалека, да. Собака. У него восьмерка. И справа да. еще. Бля, справа еще. Так, он сюда. переходит. С, прям по курсу. Так, Олан-то. Да умри ты, сучок вонючий, а! Я уже все. Ты его нокнул, да? Нет, я попал в него с М24, но он живой. И сзади опять этот вернулся. Круг, я сумру. Давай, иди, удачи. Да, ну мы на берег зря. Такое неудачное место получилось с кругом этим. Да, надо было на машине уезжать. Не, нам скорее надо было переходить дорогу и идти в гору просто, и все. Там больше маневр, пространства для маневра. Да, но там ты видишь, борьба. Да и там борьба была, и там стрелялись, Просто на перспективу, на этом берегу реально негде прятаться, просто. Просто негде прятаться. Там, да, там везде открыто. Так, ну чё? Давайте поехали, в домиках прятаться. Нет, нормально сейчас было, мы только не угадали с этим. Нас просто из леса стреляли, мы были на открытой зоне, всё. Опа, есть. Какие же вы, а? Они начинают солить. Чтобы соль. Не сыпьте соль на рану, господа. Да, ну ничего. Сейчас. Сейчас все будет хорошо. Не, да. Ну девочки нормально. Никто да, вообще не потерял от что-то. Стреляют, попадают в кого-то. Прекрасно. Врагов будет. Да, дым мог помочь в той ситуации. Секунд на 25 мог помочь реально. Ну ничего, у меня вообще не было, к сожалению. Так. Кто-то отписался пока. Пока мы тут проигрывали. Бывает. Девчонки, мужики, говорит доктор Дрейк. Видимо, по уровню игры. Дамаг на себя первым принимает. Танкует, да? Да. Так, я, наверное, сниму куртку на этот матч. Рутоня, когда запилишь обновление с гудгеймовскими иконками? Окей. Так, 10 секунд, посмотрим. Может быть, прыгнуть куда-то на более оживленное место? Типа какой-нибудь городок? Да, давай попробуем. Сейчас северный приоритет, если будет. То есть берем машиночку и жух? Да. Сейчас надо... Да, северный сейчас будет у нас. А северный летим у нас будет без машинки. Вот в чем дело. Ну так ничего страшного, девчонки, убьют. Получится. Конечно, отлично. Надо верить в них, понимаешь? Да я-то верю. Я в себя не верю, в них верю. А подожди, а Рутони был у нас на этом, на стримфейсе? Рутони я не встречал там. Я тоже. Ну, то есть я мог встретить, но он, видимо, нет, вряд ли. Не подал знаков, да. Потому что он говорит, я был в Москве, и вот первый вопрос, был ли Рутони в... Игрок, спасибо за фоллоу. Так. Мы падаем так, на северную. Девчонки, в дальнюю часть города. Северную часть вот, северного. Там, ближе к берегу, да? Северную часть северного. Прыгаем по команде. И прыгаем прямо вниз. 234 километра. 3, 2, 1, go. Один, летим. Здесь будут команды, придется постреляться. Я бежал в Москве, но был на спот на Талимур. Ага, понятно все. Так, сейчас нужно уже выравниваться по скорости, чтобы долететь точно. Игорек, нам с тобой нужно в первую очередь инфу, разведку. Мочи. И убивать, да. Потому что там... Сейчас посмотрим, кто еще. Вижу одну тему, как минимум. Раз, два, три, четыре.
Две тимы, одна сзади нас, на... да, на одной сзади нас может добегать. Нет, одни идут на стрельбище вроде летят. А, нет, не на стрельбище. Нет, сюда, они на другую часть. Короче, мы вот здесь, возле церкви, один парень с нами прям рядышком. Давай, Терри. Чёнки, а давайте его забьем руками. Нет, 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 беги в дом и бери пушку руками, там забивайте. Да Рокки нашелся. О, я убивал сегодня руками. Молодец, молодец, убийца. На изи. Так, у меня есть дробаш и револьвер, в принципе, готов пострелять. У меня пистолет. Только пестик пока. Ладно, побегу к вам. Так, девчонки, держитесь вместе, чтобы, если что, либо вместе умереть, либо принять бой. Есть пистолет. Хорошо. Идем из этого дома. Нужен дробовик, нужен дробовик. Так, Игорек, один, кажется, ближе к тебе был, да, насколько я помню? Да, один был где-то вот здесь, где-то прямо вот здесь падал. Миша сейчас его ищет, девчонки, лутайтесь пока. Вижу, дверь открыта, он в доме соседнем твоем, красном, двухэтажном. Ага, заходим туда вместе. Ты готов? Вот здесь он, да? Вот в этом доме. Ну, двери тут открыты, я не уверен, что он прямо сейчас там... О, дверь открылась. Это ты? Нет, 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 я здесь, я за тобой вот. Прям. Я не открывала вот дверь. Здесь чувак, убил, нокнул. Убил. Я заберу его, заберу его. Бери, там М есть, короче, что, чем поживиться. Я пока посмотрю по сторонам. Ага. И полечусь. Красава, Миш. Спасибо. Так, Миш, давай лутайся. Я... Окей. У меня уже есть... Это, пусть есть. А наверху уже все открыто, к сожалению. Давай тогда в соседний дом выбежим. Только с задней двери. Его друзья, кажется, в этом... Через дорогу. Ну, через дорогу, через дорогу, да. Ой, вижу, 240 стреляет со второго этажа. Это твой клиент. Это твой клиент, потому что автоматика, ну, в смысле, винтовочка нужна. Он прям головой торчит, дебил. Извините, пожалуйста. С угла. С угла 240. Пару раз шпан и все. Давай. Раз, два. Хорош. Молодец. Вижу второго. На направлении. В соседнем доме. В соседнем доме это какой соседний? А, короче, нет, не соседний дом. Через дом двухэтажка красная, в стекле. Понял. Я тогда пойду к этому. Они сейчас побегут его поднимать. А, даже так? Блин, ты... Меня подожди, я сейчас с тобой. Давай. А у тебя дрободусик есть, да? Да. Ну чё, ты готов? Возле дороги. Возле какой дороги? Видите, на эс. Ах, ты ж ёпту возле меня! Меня убил! Блядь, тут ещё одна команда прибежала! Прям рядом со мной. Миша, ты зря убежал без меня так быстро. Мы должны вдвоем были. Ты зря, блин, не побежал за мной, когда надо было. И так я на втором этаже был, Миша. Ну ладно, плевать уже. Куда он убежал? В дом залез. Какой? Он в доме бегает. В доме бегает с фанкой. Вижу. Там я был, да, вот здесь. Блин, да ты... Какой он... Я кривой так... Короче, убил его. А он один был? Это да. Короче, девушки, вместе держитесь. Я сейчас попробую... А, вот тут еще один. Нокнул. Это враги, кстати. Смотри, да, молодец. Да. У меня тут три рюкзак. О. Так, а Игорь все? Сзади! Сзади! Ой-ой-ой-ой-ой! Добей, прошу, добей! Саги, добей! Добей! Ну, оружие не стреляй! Ну, как нет оружия? Пистолет у тебя. И без патронов. Я выстрелила все патроны в того на дороге и в этого. И больше ничего не было. Ну ничего, Игорь все равно умирал, надо было заканчивать. Мы же своих не бросаем, да. Так, да. Так, ладно, больше не отбегаем тогда друг от друга. Короче, в поисках фантомных врагов, ребята, надо просто держаться вместе. Мы всех успеем убить. Я не знаю, зачем мы полезли. И не надо лутать врагов прям вот на месте. То есть, если вы только реально под каверами сидите. Лутайтесь только под каверами, и все. Так, кого-то убили, у вас что-то есть? Отошли, перезарядились, там, и что-то поискали. Если не хватает, попросили. А так, смотреть на трупы, это бесполезно. И на кнопку тоже бесполезно смотреть. Рэди жмем. Жмем рэди и едем дальше. Спокойно, все хорошо. Ну, в меня прилетело просто с двойного дробовика, и просто две пули прилетело. Я ничего не мог сделать. То есть мне первый выстрел кнопку, второй выстрел меня убил.
Не, ребят, там в чатике что-то переживают. Все в порядке, хорошо все, не переживайте. Они думают, точно? что я злюсь, я не злюсь, я добрый. Может, надо было его голыми руками добивать? Да ты бы не добил, у него дробь была. Я бы вряд ли добила, да. Но я бежала, не знаю, 5 домов и нашла только пистолет, у меня больше не было ничего. Блин, как же меня... Я все выстрелила. Понятно. Когда свой, не свой, там и никак это не сразу появляется. Ничего, ничего. Да, и Ник, как ты говоришь, на дороге вообще непонятно. Да, да, я пытаюсь себя приучить говорить правильно. Секунду. Куда, 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 куда? Мы уже все летим. Игорек, ты куда? Ты летит? А. Кидала. Ты когда ответишь? На. Съел. Иди сюда. Глаза мне смотри. Есть. А? Лотер, мы играли с братком из Мага в скваде. Они, кстати, впервые победили именно в скваде. С нами, да. Да. Браток хорошо играет. Ну, то есть он прям реально, он слушает хорошо и направление дает верное все. Чемпион. Ну, они повторюсь, они прогеймеры, они очень быстро учатся вообще. Им по долгу службы нужно адаптироваться быстро. Северный опять. Ну хорошо. До него далековато, да, будет лететь? Может, меньше народу будет? Может, на Мильту долетим? Попарим? Да нет, девчонки, во-первых, плохо умеют, во-вторых, там долететь очень долго, а на Северном быстро. Не, наверное, лучше. Бункер слишком мало для четверых. Жиржополь? Нет, Северный. Починки! Хорошо, так, девчонки, умеете далеко лететь? Северный, да, северный. Девчонки, да. Умеете далеко лететь? Да. Смотрите, вначале смотрим в горизонт, то есть высоко поднимаем голову. 3 секунды. Вылезаем на раз, уже два, три. Летим. Летим прям далеко, вот. далеко. По команде открываем парашюты и подтрахиваем воздух. То есть вы нажимаете вперед, короче, такие, вперед, да, назад. Не назад, просто вперед отпускаете. То есть не зажимаете. Но сейчас не нужно будет такую фигню делать. Ну да, вроде долетаем, да. Блин, я вспомнил, конечно, шутку. Старую про там женский состав и названия возможные. Но это не про нас, ребят. На Сосновку мы не полетим. Мы будем побеждать. Мы тут одни. Есть чуваки на этом. Короче, минуты через 2, Игорек, нам нужно с тобой палить. Так, Ира и Ника, идите в дальнюю часть города, где церковь. Короче, мы ближнюю взлутаем с Мишей, чтобы быстро взлутать. Так и есть. Все, Ника, мы через дорогу дойдем? Да, вы через дорогу. Я напротив домик беру. Ой, молодец, давай. Домик. Красненький? Голубенький. Еще лучше. Игорь пошел, это мой домик. А я тут грязный обшарпанный домик. Ира, иди через дорогу. Иду. Там у вас домов миллион. Мы вот эти дома берем. Там, где нас убили. Так, челики. Значит, получается, там, да, у нас. О, нет, почему двери не открываются? Это Китай. Это очень плохой знак. Что, меня выкинет? Да не выкинет, не переживай. Просто такое уже бывало и заканчивалось тем, что соединение пропадает. Верь в лучшее. Есть мотоциклетный шлем. И лут не берется. Тут рюкзак третий, там, где я, короче, в таком обшарпанном доме. Ира, ты тут? Короче, похоже, да, меня соединение заборвет. Ну да, двери не открываются, ничего не берет. Ну, очень тогда жаль. Предлагаю пойти пострелять чуваков и старт. Миш, пойдем? У меня калаш есть вроде. И пистолетик один. Давай до первой пушки. О, есть первая пушка.
испортим кому-то жизнь. Да, Ника в дверь смотрит и... Угу, все. Ладно, поехали. Пойдем. Ой-ой-ой, бегу. Да ладно, не торопись. Вот как бы. Я бегу. Давай. Мне, правда, голая, можно сказать. Интересно, со шлемом. Со шлем. Так. Что? Со шлемом. И с ружьем. С ружьем. Я представил себе это, да. Так. Фу. Согласен. Пока никого не вижу. На холм слева, на цель наступила. На холм, на слева. Они могли свалить, конечно. Я не знаю, зачем мы бежим, учитывая то, что... Сейчас быстро постреляемся. Окей. И заново. Анна, ну да, пора писать уже диплом, коли у вас полвторого. Движения на базе вообще не вижу никакого. Они могли в бункер залезть под базой. Я понимаю, просто это ненадолго. А бункер, входы в него где? С той стороны базы. На 300 где-то сейчас. А, вижу, ребята, вижу движение. Ребята, мне вижу движение. Непосредственно на полигоне все вообще тут. Короче, подождем. Они долутывают этот. Они на полигоне в дальней части. Прям так их много. Вижу трех как минимум. Я попробую... Им забежать? Зачем? Они тебя спалят тут же. А, я вижу тебя. Они пока там прыгают, бегают у целей, ищут. Один выбегает в твою сторону, второй за ним. Я бегу. Так, выбегает в мою сторону, это как? Куда? Ну, это там, где начинается стрельбище. Угу. Так, еще один. Короче, я... О, это кто? Это с тобой? Это они в кого стреляют? Нет, не в меня. Они просто, видимо, стреляли в стрельбище? Не-не-не. Они, видимо... Бешеные китайцы реально стреляли в стрельбище. Это немного странно, мягко говоря. 350 НВ. Теперь в сторону игры. Одного развалил. Выхожу с тыла к ним. Второго развалил. Меня убил один чувак. Он очень грозно меня убил. Прям на куски. Вижу. Да, поднимай его, поднимай. Убил. Все, не осталось, пацаны. Выходим. Сделали. Большая парень, аптечка. Что, все, так, выходим? Что, вылетело. Зачем его в команде этот мужик? Да, девчонки, зачем? Зачем? Да, нет, нет, нет. Нужен нам Игорь. Без Игоря никак. Не готова? Ника? А, она сказала, ей минутку нужна. А, ок, ждем. Скотикс, привет! Добрый вечер, друзья! PlayerUnknown Battlegrounds захватывает, короче, стримеров. Бросают игры и переходят на темную сторону. Мы открыли для себя азиатский сервер. Там мало того, что лучше по стрельбе, так еще странные люди обитают. Этих азиатов не так, понять. Я тут. О, пришло, да, отлично. Давай тогда рейди и погнали. 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 Кто не нажал рейди? Игорь. Стигарь. Да, have fun, Gale. Именно кулик. Кресло. Мы вот вчера с пацанами взяли топ-1 на Европе в складе. Молодцы, поздравляем. Скоро будет другая игра. Нет, все, отныне будет только PlayerUnknown. И со временем мне перейдут все стримеры. Да, да, да. Будет отличный. Даже не надо будет делать сортировку по играм, как бы отключим все лишние. Жанры тоже никому не нужны.
На самом деле я дождусь, пока сделается возможность создать сервер свой, и мы сделаем турнир на Good Game, среди вообще турнир такой Twitch комьюнити, ну и Good Game комьюнити, соответственно, да, возьмем. Сначала Twitch, да, потом Good Game, соответственно. Шикарно было бы, мне очень да. нравится идея. Ну ладно, ладно, что-то с Good Game все больше играет народу. Вот, и в общем сделаем с комментариями, то есть с обсервингом это все дело, и это будет очень весело. Да? Да. 2 на 2. Ну когда будет доступен кастом сервис, можно будет сделать самим. А его обещают, да? Ну он уже вообще Конечно. Есть, насколько я понимаю. Mm-hmm. Уже проводили турниры. И опс режим есть базовый, так что. Я думаю, что у игры нормальное такое. Киберспортивное, можно даже сказать. Будущее. Прошу Гоголек, а почему Гоголек? Ну, что там? Жалуюсь. Действительно, ожидания у меня. Слушай, Гоголек. А, работают, стримы работают, а я понял, да. сам Гоголек же. Ну, там алерты в любом случае уже пролетели. Просто страничку не обновляйте. Ну, чатик работает, стрим работает, с сайтом сейчас разберемся. Опять северный? Нет, до северного мы сейчас не дотянем, нет. А вот до Жержопля можем дотянуть. Давайте нет, давайте опять сюда. Сюда. Да ладно, сейчас так, такая толпа будет. Да, давай, ну, давай, да, хорошо, боимся, раз, два, три, поехали. Жук. Ну, давайте. Хотя, опять же, китайцы, они сейчас повально прыгнут человек 15 в кратеры. Да, в кратер, да. А, что-то мало народу. Они их больше всего любят? Да. Они любят места, где точно есть лут. Ну и некоторые места они просто не знают. Знаю, как это объяснить. Вон опять. Хотя на этот раз не так много, всего 5 человек. И в Липовку часть. Частично. Давно в Липовке, кстати, не были, Игорь. Да, на дачку не заезжали. Погода хорошая, опять же. Ну, сейчас отсюда в Липовку рванем, если круг позволит. Зачем? Там враги. А, там враги. Ровнулись, конечно. И у Иры какая-то прям, видимо, любовь с починками. Починки. Она, да, может, запомнила только это. Такие вечеринки. Теперь понятно, почему. Мы одни приземлялись, можно пока не бояться лута. Да, не бояться, да. В моем две каски. Первый уровень. Чё себе, это тебе за прошлый раз, на тебя аж две. Я и в прошлый раз тоже взяла, когда ты зависла. Оружия нет. Нормального, да, нет. У меня пистолет пока только. Да, в ангарах стреляются. Ой, мы опять в этом месте. У тебя с ним плохие воспоминания. Да нет, что ты самый хороший. Я решительно шел, Миш. Я поздравляю тебя, или ты просто хочешь мне его отдать? Нет, я просто информирую то, что есть глушитель, и похвастаться хочу. Понятно. Т2 жилет вот на мне лежит на внешке вот здесь, вот прям точно по маркеру. Можете собрать. Угу. Калаш лежит вот здесь на первом этаже, не нужен тоже. В этом, в двухэтажке можете забрать. Калаш и жилет Т2. У меня есть М16. Хорошо. Лишние или... Ну... А, Т2 шлем в одноэтажке вот в этой маленькой, короче, лежит. То есть вы, в принципе, можете здесь форсет надеть. Предлагаю после этого сразу в ясную. И там в этом двухэтажке есть Т2 рюкзаки еще. Ты сказал на втором этаже? На ясную? Да, на втором этаже. А где именно? Так, чтобы... Так, подожди, короче... Ты на втором этаже что? Калаш лежит на первом этаже, на выходе. Я калаш взяла. Шлем лежит в одноэтажке на первом этаже. Шлем второго уровня тоже вот здесь вот лежит в красном ангаре. А, так это он же и есть, да. Можно я тогда возьму? Да. А броня лежит сзади дома на первом этаже. Нужны пятерки, правда, у меня 3 штуки всего.
сколько можно просрочить подписку, что стрик не слетел. Я не знаю, дней, наверное, 15 там. Я все же не в курсе. Нашел пломигаз на АР, кому надо отдам. Так, девочка, знаете, что значит пломигаз и компенсатор? Что значит, знаете? Значит, смотрите, пломигаз — это пломигазитель, он вспышки убирает вообще с выстрелов. Если вас издалека не видно. Компенсатор делает меньше отдачу и, соответственно, и точность повышается. Вот. Очень интересно, видимо. Объясняешь? Ну, еще и глушители есть. Ну, никакой реакции не было. Я не знаю, то ли неинтересно в принципе это, то ли... Нет, ну мы поняли информацию. Ну, да. Какой тут восторг. Спасибо, Игорь. Спасибо. Информация отдана. Информация очень полезная, я могу сказать. Если бы ты сказал, где здесь курточка камуфляжная. Официал Ника, привет. Не успел. Табми катаешь или сейчас с кем? Катаюсь с коллегами. С коллегами. С Майкером хотел сказать, он вспомнил, что всех перечислять будет долго, и поэтому сказал с коллегами. Такой вот он. Оленится. Так, девчонки, короче, ну, в общем, мы здесь все залутали вроде как. Какой план дальше? К Майкеру? Подъезжаем. Сейчас подъедет. Сейчас только второй этаж я здесь чекну. Тогда пожарка следующая. Я думаю, верхнюю поляну лучше сразу. А, да. Она далеко. Так, тогда сейчас Мейкер подъедет, садимся и едем в ясную. А СКМ сильный? СКС? Да. Ой, СКС, да. СКС 7.62, снайперская винтовка, 10 патронов стартовая. Дамаг неплохой, но нужно попадать, отдача у меня жесткая слишком. Лама называет этой пушкой самой говёной в игре, но убить ее можно. Дроп летит на пожарку. Так. Маркер, Игорек, так. Поставь по возможности, если видишь. На пожарку? Так, я сейчас... Да, нет, все нормально. Выходим, девушки. Девочки, мальчики. Ой, он далеко там от пожарки, по-моему. Ну, так. Девочки, алло, в машину. Иду, не кричи. Да. 10 секунд, и я на месте. Поезжай, догонь. И это 10 секунд, это не 40 минут. Причина, вот мы забиваем, в ясную едем. Да. Все, осматриваемся и отстреливаемся, если Давай сразу вот на эти вышки например. Хорошее там место. Я не взял коллаж, друзья, потому что не он сейчас хуже, чем обвешанный UMP с расширенным магазином и угловым цевьем. Поэтому я от него осознанно отказался. Ну, не знаю. Но мне нет модов на коллаж сейчас, кроме там патронтажа одного. Ламигаз, я говорил, что есть. Тут открытые дома. Будем сражаться? Не будем. Идем дальше. Предлагаю к дропу. Дропу. Сейчас вспоминаем, где дроп. Игорек, помнишь, где дроп? За пожаркой. Вот это вот здесь. Так, смотрим на красненькие штучки. Ну, не знаю, я считаю, что надо было оставаться в дальних домах, хотя бы идти вот в эту зону, и там лутас, и мы бы убили там людей. То есть... Ты в городе хочешь посражаться, что ли? Да, а что, девчонкам стоит? Серьёзно? Ой! Найс! Ой. Упс. Пардон. Выгружаемся. Ну не стигарь. Бинтики. Идем в эти домики. Че, пешком? Так. В домике? Да, девчонки. Куда нам? А водитель? На месте водитель. Какой водитель? Ой, я, кажется, дроп вижу. Нет, это сток сена. Дроп идешь? Сток сена. Пойдем. Сток сена. Там другая машина стоит, где? Если что. Ну. Да, я вот за ней бегу. Да, 105. Ой, к УАЗику. УАЗик. Игорь, ты, в принципе, нас можешь в Ясную Поляну по своему хотению привезти. Постреляемся тогда. Хорош. Поехали. Ника, засунься. Мне надо язык вытащить, как собачка. Хорошо, он тебя пригласим. Ну норм же, мы как в фильмах, я всегда мечтала. Ну, ничего так. Ой. О-о-о. Девочки, водитель стигает. Нас слышат, Игорек. И что? Просто слышит нас. Товарищи в городе. И завидуют.
На 105 машина желтая едет. И что? Хорошая инфа, чего-то, ну что. Сбегаем, сбегаем, сбегаем в дом. Идем на стрельбу, это, видимо, машинку, да? Нет, лутаем,